Секундочку. Андрей Викторович, давайте вам радио петлю одену и продолжаем беседовать. Значит, да. Что со стримами? Уже какой включено, да? Сложности со стримом, да. Ну как, не сложности, но как и везде, тут нет интернета нормального. То есть здесь есть интернет. То есть центр Москвы, километры Кремль. Ну да. Да. Не, ну тут, наверное, знаете, давайте будем честными. Центр Москвы в километр Кремль, поэтому хороший интернет стоит где-то около 100 тысяч в месяц. Ну ладно, ладно. Клянусь. Вот, вот никто мне не верит. Ну, блин, ну... Вот какой-нибудь есть 10 мегабит. Нам хватит 10 мегабит? Да выделен мобильный. Вот, вы, вот выделен, ну, в смысле, не выделен, а вот оптоволокно я завел. Вот, завел оптоволокно, начал настраивать. В итоге выясняется, что на все здание подается 50 мегабит. На все здание. То есть, ну, почту посмотреть, может быть, но вот прям полноценное делать как бы кино. Какие выводы из этого, Андрей Ильич? Потому что вы говорите, что мы вне записи интересные беседы ведем, а как включаем его запись, не о том говорил. Ну, выводы какие? Мы как специалисты прекрасно с вами понимаем, что куда бы мы ни ткнули пальцем, везде у нас получается несоответствие ожиданий реалиям. Понимаете? Я еще одну включу и все, и сажусь. Я, да, я сам не люблю вот это маячение туда-сюда, но лучше уж сейчас подготовиться, а то гости начнут прибывать. И мы с вами будем... Вот аппаратура для проведения радиоэфиров. Я, кстати, пробовал. Прекрасно работает. Это пульт радиодиджея. Вот там. Там есть разные эффекты, сейчас, ну, будет время, покажу вам, как черт включается. В общем, там есть аплодисменты, запикивать мат и так далее. То есть эхо, микрофон с реверберацией, то есть, ну, прям такой мини-студия. Вот, если это... Аппаратура навалом, героев нет, Андрей. Если это, конечно, кому-то нужно, вопрос да. Вопрос героев. Я как про раз... героев с вами согласен. Я вот это, наверное, замонтирую сейчас, чтобы это... Ну, окошечко чуть-чуть это облагородим. Будет такой рыженький фон у нас, солнечный фон, солнечный фон. Да, вот гора, этому окну, я думаю, что лет 70, не меньше. Ну, 100 нет, но 70. Ну, вот после войны, как вставили стекла, так их и не трогали. Занимайте места в зрительном зале. Вы тогда с той стороны приходите. Хорошо. Тут неудобный провод. Ну, а ну и звук я пока включил, потому что мы ждем еще людей. Поэтому нельзя без звука. Они не... О, Варя, я так и не написал, как идти, блин. Обещал. Давайте. Придется выйти встретить. Ну или так, да. Ну, конечно, в общем, что-то решим, да, в процессе. Так. Ну и у меня, конечно, так со временем, ну где-то часиков до трех, до полчетвертого, да? Конечно. Полтора где-то часа. Сегодня выступает Басаргин. А. Приехал Басаргин. Басаргин для меня человек непонятный. Прямо вам скажу. Да. Диагноз я ему пока не ставлю, но... Учитывая отсутствие структурности подхода, вот это не надо, шуметь. Сухофрукты. Сейчас еще себе воды наберу тоже и можем разговаривать. Вообще, знаете, ведь наше с вами такое пацанское счастье, оно в том, что мы можем себе позволить дружбу многолетнюю, не обремененную никакой идеологией, никакой экономикой. Не, идеология у нас есть. Почему? Мы обременены идеологией. Думаете, обременены? Обременены идеологией. Ну почему? Вот я помню, вы там как бы глумились над американским флагом, а я его защищал.
уже мы как бы не в одном окопе, да? И с Владимиром Владимировичем у нас у всех особенное отношение. Дело в том, что отношение к американскому флагу или вообще к этому институту вы, в принципе, разделяли. Вы говорили о том, что у вас просто преобладал прагматизм, что когда пойдешь в посольство получать, вспомнят эти видеокадры, не получишь визу. Как бы, а поскольку мне Америка в моей молодости не доверила и не пустила меня на чемпионат мира по футболу, ну и пусть живут. То есть, когда победим на выборах, они пригласят и даже не вспомнят это. А флаг будет новый, потому что Америка добавится как бы к Российской Федерации. Вот, поэтому уже будем принимать на своей территории. Ну, я просто, вот давайте, как бы, да, я пока никого лишних ушей нет. Да, только кроме зрителей. 100 тысяч зрителей, да. Вот смотрите, что я наблюдаю. Как бы я наблюдаю процесс, причем он такой давлеющий, нарастающий процесс. Ну, как бы, если раньше это было смешно и все это понимали, то сейчас это уже не смешно, и это прям тенденция. А тенденция идет к атомизации общества. И атомизация этого общества, она выражается не только в том, что у каждого своя кофеварка и свой автомобиль, да? А она еще выражается в том, что на нашей территории, ну, это мировая тенденция, но вот на нашей территории, я имею в виду территории Российской Федерации и территории там даже города Москвы, действуют тысячи людей. Я не буду им давать ярлык, кто это, да, но это тысячи людей, которые каждый агитирует за какой-то свой кружок. Там народники, социалисты, девятовцы, десятовцы, первые, помните, мы были первые когда-то, первые, идущие вместе, идущие в разные стороны, каких только нет идущих. Это все размывает повестку дня. Да, это все атомизирует мозг человека. Ключевым является энергетика. Вот почему глобальная волна начала про новую научную парадигму, потому что вся проблематика, которая существует, это мы боремся за ресурсы. Ресурсы какие? Ну, энергетические в разном виде. Энергетическое – уран, энергетическая – нефть, энергетическое – доступ к гидроресурсам. Ну да, ну вы как бы, да, я понимаю вашу позицию, вы как бы сразу быка за рога, то есть вы хотите сразу по существу разговаривать, а я-то пытаюсь издалека зайти. А издалека не получается, нужно поставить на повестку дня, что существуют сотни тысяч атомизированных этих структур, но что их всех объединяет? Ну, что объединяет всех человеков? У нас есть физиология. То есть нам обязательно нужно энное количество часов спать. Для того, чтобы спать, нам нужен контур безопасности. В этом контуре безопасности должно быть климатические условия. То есть мы возникаем к энергетике. Должна быть продовольственная безопасность, опять энергетика. Ну и вот я пока сегодня думал над нашим эфиром, я хотел вам привести такую аллегорию. Вот. Вообще язык аллегорий – это очень тонкий, природный, психологический язык. Этим языком взрослые общаются с детьми. Колобки там всякие, Машеньки, медведи, да, и так далее. Взрослые издалека ненавязчиво намекают ребенку, что мир непрост и держи ухо востро. Вот у меня возникла такой пример. Я вот вижу, ребята бегают там с сумками желтыми, разносят еду. И вот я представил себе, ну давайте гипотетически, да, представляем себе разносчика еды, например, какого-нибудь мусульманина-вегетарианца, который устроился в какую-нибудь мясную лавку, и ему нужно с утра до вечера разносить бифштексы христианам, да. И понимаете, да, что такое матрица и что такое атомизация общества? Это когда ты понимаешь, что ты весь день отравляешь людей. Ну, вегетарианец, у него же философия, да, что мясо есть нельзя. Поэтому, когда он несет мясо человеку... Это далеко, Андрей Евгеньевич. Вы вот озвучили очень хороший свой пример, и я бы его озвучил, что когда вы родились... Когда родился у вас ребенок, вам дали премию от правительства 50 рублей,
и на следующий день пришла платежка, повышающая квартплату на 700 рублей. То есть что происходит? Я был лишен иллюзий в тот момент. Разумный человек, ну, поскольку вы самостоятельно платите за транспорт, добываете деньги платить, ну, обслуживать себя, вы считаете определенного рода разумным человеком. И вы начинаете понимать, что вся государственная машина сошла с ума. Я вот сегодня, например, случайно, ну, тоже как-то время было, мне попалась на глаза схема правительства Российской Федерации, ну, блок-схема. Да. Вот. И я думаю, вот что-то тут не так. Вот я просто знал, но вижу, что на схеме, ну, как программист, как логик, я вижу, что схема, чего-то не хватает в этой схеме. Ну, там, знаете, рисуют квадратик: президент, там, Совет Федерации, нижняя палата, верхняя, там, Дума, все, ну, вот это все. Зашел в Конституцию, третий пункт Конституции. Оказывается, ну, в Конституции, знаете, да, русского народа нет вообще. То есть страна Россия, но народа нет русского. Там написано, что народы и народности. Многонациональный, да. Да, союз народов и народностей. Вот. Так вот, согласно третьему пункту Конституции, именно он и есть власть в Российской Федерации. Но на блок-схеме власти в Российской Федерации его нет. Нигде, ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Ну, он нигде не упоминается. И именно так работает программирование сознания. Я не зря там и про сказки пытаюсь, и про Яндекс.Еду пытаюсь, да. Что человек не сможет, вот, допустим, он работает, у него там 20 заказов в день. Представьте, он в каждом заказе вот берет заказ, и повару говорит: пожалуйста, не делай эту пищу, эта пища убивает людей, пожалуйста, не делай эту пищу. Везет и думает об этом, приносит клиенту и говорит: может быть, вы откажетесь от этого обеда, и может быть, я вам вместо этого воды дам там, или лепешечку угощу. Артем Хайсаров в прошлом году устроился курьером в Альфа-банк, разносить кредитные карточки. И он приходит и говорит: ну вы подумайте, я сам должник банка, не стоит вам. Да, вот это еще лучший пример, да. Вот, слушайте, это прям про это меня. Для кино, это про для меня кино, пример, да. Это отличный флешмоб такой, да. Но к чему это? Ну, мы смеемся почему? Потому что даже если человек будет идейным, как два Ленина, да, и даже если он будет молодым и дерзким, как мы с вами 15 лет назад, а рано или поздно вот эта бесполезность стараний, она заставит его внутреннее, вот это, да, то есть внешне его не будут трогать. Ему просто будет смс-ки приходить: заезжай, забери, отвези, забери, отвези, забери, отвези. Он будет это дело делать, и в какой-то момент он просто согласится с тем, что жизнь такова. Люди едят отраву и умирают. Ну, то есть это их выбор. Угу. Да? И вот я просто наблюдая вашу энергию, ваш натиск, да, и ваше вот это вот, как бы сказать, ну, может быть, даже... Ну, истерика — плохое слово, но возбужденность по поводу того, что люди не видят очевидных вещей. Кстати, огромная благодарность и вам, и каналу, и спикерам на канале. Многие вещи для меня стали откровениями. Например, вчера случайно там на канале проскочило, что Россия добывает 40 миллионов карат бриллиантов в год. А про золото я знаю, что 200 с лишним тонн, потому что я в этой теме немножко плаваю, я эту цифру знаю. А про бриллианты для меня было это как бы откровением. Я подумал, что фейк, загуглил, правда. Угу. Правда, мы добываем 40 миллионов карат в год. Да не, разведанных запасов на... Там, разведанных не обсуждается, но... И согласно современной экономической модели мы можем выпустить эмиссию. То есть вот вы говорите, что... Просто когда-то однажды я чуть не вылетел из универа за то, что предложил концепцию, что надо продумать, чтобы бюджетники не платили коммуналку, потому что получается масло масляное. Ну, то есть они из госбюджета деньги взяли и госбюджету его вернули, что это как-то странно. Вот. И много таких вот несуразиц, которые... Вот смотрите, как бы про вот эти 50 рублей. В 2000, ну, каком-то волосатом году, в 2014, например, да, я был на конференции в МГУ, и я предложил учредить совет адекватности.
ну, как бы я предложил взять по одному школьнику с 1 по 10 класс, и, ну, чтобы они выступили некой аналитической группой и давать им разные задачи социального плана. Ну, там, знаете, есть очень много историй, когда вот, допустим, вот идет дорога, да, а вот идет вторая дорога. И между вот этой дорогой и вот этой дорогой оставили 50 метров незаасфальтированного дороги, набросали мусора, и в результате 12 тысяч автомобилей каждое утро стоит в пробке и объезжает этот кусочек, делая круг там 20 километров. Ну, то есть, и вот таких вот несуразностей, да, или когда тебе на ребенка дали 50 рублей за рождение ребенка, а на следующий день прислали квитанцию на 700 рублей минус за то, что у тебя новый гражданин появился. Повышение, да? Квартплат. Да, повышение квартплат. Вот, то есть, ну, таких вот несуразностей, да, неприятных на самом деле, их очень много. Или когда госбюджет дает пенсионеру пенсию и потом половину забирает обратно в счет коммунальных платежей. Да? Или, например, когда пенсионер платит налоги. Тоже странная вещь совершенно. Да? То есть, как бы, он же пенсионер, он же из госбюджета получает деньги. Вы же не хотели заниматься политикой. Нет, а я сейчас не про политику. А как? Как изменить ситуацию? То есть вот, мы сейчас вот. Вы зрите в корень. Критикуем. Да, смотрите, я нарочно же про обеды заговорил. Я не хотел же о политике. Я просто предлагаю все-таки использовать наш арсенал интеллектуальный и такие вот эту студию. Ну, неважно, какая это локация, это же, ну, студия, это же образ, да, глобальная волна, это канал. Студия в фонде «Мир» вот вчера. Яндекс.Такси не владеет ни одним автомобилем, понимаете, да, то есть в наше время вот это мир перевертышей, да, то есть монеточка не умеет петь, ну и так далее. То есть есть очень много вещей, которые можно делать, невзирая на отсутствие присутствия. Вот, и... Идея у меня была какая? Создать некий центр генерации, в котором все-таки выработать иммунитет против атомизации, то есть научиться людей объединять и научиться достукиваться. Ну, вот ради эфира, ну, вот ради чего? Мы 15 лет знакомы. Эфир для подавляющего большинства не проявлено. Говорят, если есть эфир, покажите устройство. Вот телефон работает. Почему работает? А это Эйнштейн доказал. Там теория искривления пространства, это все в спутниках используется, и вот в чипах, и в GPS. Ну, стандартный, как бы, те, любой критик от Академии. Ну, ЦЕРН вот выпустил новую новость 11 мая, что Эйнштейн заблуждался и так далее, и так далее. То есть, как... Конечно, и потребуется сейчас 50 лет, как будут переформатировать сознание. Переформатируют, потом скажут, и эти заблуждались, что те заблуждались, и будет вкинуто новое. Ради чего? Чтобы люди продолжали друг с другом не объединяться. Вот вы говорите, как преодолеть атомизацию? Нужно согласовать интересы. Да, интересы. Да. Вот и с Альбертом я встречался на днях и произнес эту фразу. Для меня она само собой разумеющаяся, а для него как открытие. Но я вижу, например, вот такой, смотрите, вот мое мнение по поводу интересов, да, хороший вопрос мы поднимаем. Значит, смотрите, какая происходит логическая ситуация. Вот есть у меня там один дядя, кстати, вы его тоже знаете, неважно, кто это, он все, значит, вещает о том, что надо в лапти, на землю, у него земли много, вот приезжайте, давайте разводить помидоры, огурцы, значит, дышать свежим воздухом, танцевать танцы, и, в общем, будет все хорошо. Но я этого дядю понимаю, я его понимаю, потому что он одинокий. У него нет семьи, нет детей, нет работы, нет мозгов. То есть ему, в общем-то, ну, он сейчас там на этой земле охранник, и ему бы хорошо было бы и не скучно, если бы к нему приехала куча народа. Гости. Да. Они бы еды привезли, развеселили бы его. Вот. И вот, понимаете, и к чему я этот пример, может быть, жестковатый даже, не дай бог он еще себя узнает в этом примере и обидится еще на меня. Вот. Но истина в том, что огромное количество лидеров, вот мы вот так вот делаем, да, модное
жест модный, современный, да, вот кавычечки. Огромное количество лидеров тянут людей в разную халабуду, в блуд. Во. Тянут людей в блуд не потому, что они знают, куда они их тянут, а потому, что они решают свои какие-то психологические или физиологические проблемы, или что-то еще. Вот давайте рассмотрим меня. Нужно предмета. Вот я говорю о том, что богатство страны и общества зависит от бюджета наполнения. И в традиционной экономике бюджет наполнялся за счет налогов. Я говорю о том, что мы можем создать технологии изобилия и тем самым освободить граждан от налогов и пока переходный этап продавать эти технологии другим, освобождая своих граждан от непомерных налогов. Какую я здесь психологическую больную свою проблематику решаю? Ведь идет же забота об общем. Я понимаю, что если в обществе страна наша будет процветать, и я как единица общества получу высокое качество жизни по всей территории страны. Нет, если вы об этих двух аргументах, то хорошо. Но давайте добавим третий аргумент. Да. А что, если эфир действительно труднодостижимая субстанция, и человечеству понадобится 50 лет на его использование, ну, то есть, чтобы научиться его применять или использовать, понадобится 50 лет? Может быть. И тогда наши дети или внуки будут этим пользоваться. Мы же на сегодняшний день засовываем голову в песок, говорим, это 50 лет, и постоянно не входим в эту очередь. Но мы не просто засовываем голову в песок, а мы еще активно толкаемся локтями на мировой карте, и мы пытаемся еще, понимаете, у нас вообще сейчас позиция такая, что мы и советские, и либеральные, и демократичные, и анархичные, и национальные, и интернациональные, и голубые, зеленые, и оранжевые. То есть мы вообще всякие. Понимаете, вот мы сейчас такую позицию в страну поставили, да, при том, что у нас желтых забыл, мы еще и желтые. Вот и мы нас в такую позицию сейчас государство стоит, что внутри производство в плачевном состоянии, да, там ресурсы мы даже свои не перерабатываем, которые добываем, ну и так далее. То есть у нас очень много таких вот очевидных нюансов, да, но государство, оно всем своим видом показывает, что оно не хочет быть другим. Не только государство, Андрей Евгеньевич. Если мы в 2010 году в студии начинали, это был наш первый старт, угу, обращение к обществу, то сейчас прошло 15 лет. Да. И пришли ученые и говорят, для выпуска микросхем требуется 4 миллиарда. Угу. Мы говорим, что можно это попробовать сделать за 10 миллионов долларов. И не видно шквала вот, желающих компетенции. Что говорит, да ладно, 4 миллиарда и 10 миллионов, есть же разница, есть разница. Если государство не хочет, так мы же хотели бы. Нету этого. Нету. И я вот вам предлагаю все-таки, вы же хотели как бы поставить вопрос, в чем ваша проблема, да? И я вот предлагаю, что, глядя со стороны, вот этот комплекс голого короля, да, то есть когда мы все понимаем, все знаем, обо всем говорим, но как бы нарочно избегаем главных проблем, главных моментов. Например? Да? Давайте по очереди. Да? Например, у нас нет независимой экспертизы наукоемких технологий. Конечно, потому что вы правильно говорили, что был мы комитет под прессом по борьбе лженауки, с лженаукой. Да, мы под прессом комитета лженауки. Но общество, сколько ни рассказывай этого, у них компетенции в этом ноль, они не понимают вообще, о чем у нас речь. У нас огромная бюрократизация научного процесса как такового. У нас практически уничтожен институт изобретательства, новаторства и прочего. И выставка «Архимед» это показывает, которая на 95% стала просто военной, то есть выставкой военных институтов, а никаких, ну там тоже изобретатели есть, но «Архимед» начинался как бы с другого. У нас творчество молодежи переросло в какое-то, даже не пойму, как это обозвать, собирание иностранных конструкторов.
То есть вот как бы они закупают комплекты. Запретив использование квадрокоптеров на территории Российской Федерации, массово по всей стране отбили руки, чтобы родители покупали своим детям и вообще направляли творчество мысли в эту сторону. Ну, запретили, может быть, тут очевидные есть причины, как бы, да, это понятно, почему запретили. Другой вопрос, что, как и все в нашей стране, вот понимаете, я все хочу научить и научиться сам многомерному мышлению. У сознания есть такая привычка и способность все вытаскивать на некую плоскость. То есть нам кажется, что вот белое, черное, и тогда все понятно. А проблемы и ситуации, они разнопланово многомерные. Да? То есть как бы, и, ну, если мы говорим о состоянии, допустим, ну, по векторам берем, да, состояние образования, состояние науки, состояние промышленности, состояние политической власти, состояние того, то есть мы получаем, ну вот образ, если взять такой, да, то есть вот у нас есть автомобиль, например, с очень хорошим там салоном Rolls-Royce, например, да, но у него колеса там от велосипеда, мотор от «Жигулей», вместо бензина ослиная моча и так далее. И в результате получается, что мы вроде как сидим внутри, да, допустим, вот видим, верхушка, Rolls-Royce, да, верхушка сидит там в салоне, и они говорят, а чё вы плачете, смотрите, какой руль, какая кожа, какое дерево, какая отделка, музычка прикольная, ну чё вам не нравится, да? Давайте там не спите, толкайте, а там народ, короче, это все, там подпорки какие-то ставят, что-то двигает куда-то, да, там и так далее. Вот, и вот такая примерно ситуация. Вот вы буквально, ты вот из окна видна администрация президента, тут 500 метров до забора, да, и что вот на этом пятачке, если вот, ну, будет время, поснимайте 10 минут, вы увидите весь разворот, ну, все, ну, весь клубок вот этот жизненный, да. Тут же вам будут и бомжи, и наркоманы, и продавцы наркотиков, и ветхие здания полуразрушившиеся уже, да. Это вот центр города, да, тут реновации, там какие-то деревья в катках. Нет, вот здесь, посмотрите, что происходит, да. Это вот мы в центре города. Здесь же у вас будут и какие-то странного вида люди, и какие-то лимузины. Ну, то есть вот оно все здесь. И, как бы сказать правильно, большинство ведь людей, они этого и не замечают, и не могут заметить, потому что им некогда. Потому что у них, у самих дома еще сложнее и еще хуже, и... Ведь это страшно, когда в 21 веке, вот представляешь, вот я еду, да, я, кстати, ну, люблю общественный транспорт, не знаю, я там чувствую себя как-то народом и разговоры разные слушаю, да, и... Да просто в пробках устали, Андрей Ильич, и в пробках честно, устал. Что просто устали в пробках. Да, но сегодня я на машине, кстати, так получилось. Ну, не важно, но суть в том, что вот я еду, и там едет парень с девушкой, да, и... Они, ну, у них пара, видимо, они недавно вот как бы женаты, а может быть и даже и не женаты, но явно, что они едут домой к себе. Ну, то есть у них есть дом. Может, снимают. И парень объясняет девушке, что, ну, как бы ей хочется есть, просто есть, а еды нет. И весь разговор, то есть я невольно так подслушиваю этот разговор, да, и то есть они придумывают, где взять еду. Ну там, либо занять там денег у кого-то, либо что-то, либо к маме там заехать, либо так, либо сяк. Ну, в общем, суть в чем, что 21 век, мегаполис, молодая пара, и они не думают о том, родить им ребенка или не родить, да, там... Купить им квартиру побольше и не купить. Съездить им, слетать ли им на Мальдивы или не слетать. Они думают о том, что они будут есть сегодня вечером. Да? И когда мы говорим о творчестве, о развитии,
о обществе и прочем, мы почему-то игнорируем вот эту страшную катастрофу, которая происходит прямо сейчас, прямо здесь. Ну, вместе, мы все вместе переживаем, ну, как бы сказать, это как вот дерево, да, вот оно с виду дерево, такое толстое, могучее, большое дерево. А если его вот так вот в разрезе посмотреть, то там уже эти короеды, там тоннели накрутили такие, что оно уже как губка, понимаете, то есть оно пронизано проблемами, пронизано вот этими каналами, да, историями. И общество либо понимает эту проблематику и есть запрос на новую повестку дня и поддерживает тех, кто озвучивает новую повестку дня, либо общество говорит: парни, мир таков, какой он есть, в ваши потуги мы не верим, потому что мир управляется определенным образом. Конечно, автономная энергетика может хорошо, но где? Нету. Все, досвидос. И это надо принять, потому что эксперты говорят, мы опережаем день сегодняшний на иное количество там. Просто есть вот этот момент, момент истины, да, он в том, что люди, вся проблематика в том, я просто проверил, не Варя ли это там написывает. Вся проблематика в том, что люди требуют от кого-то чего-то, ну типа рождения технологий, а сами не знают, где еду найти. И вот я хотел именно об этом поговорить, что мы с вами, будучи ну, у нас как каким-то способом магическим масштабировалось сознание, и у нас получается видеть всю проблему со стороны. Да? То есть мы, получается, видим оба полюса. Отлично, приехали как раз еще ага. Раз соведущих. Давайте. И на этом мы сделаем паузу, и уже эту тему поднимем уже. Хорошо, давайте, давайте. Дорогие друзья. Все, все. Андрей Евгеньевич, вам слово. Ну, вы как бы, получается, не в кадре, да, будете? Я буду не в кадре, да. Просто мы с Ярославом до вас, до вашего появления, да. А здесь вы тоже будете не в кадре. Ничего страшного. Не в моем. Не, мы можем там еще, смотри, все хватит хорошо. На тебя чуть-чуть. Ну, ладно. Я могу туда сесть. Ладно, давайте ближе к делу. Значит, а мы тут с Ярославом до вашего прихода пока ждали, мы вывели некую сюжетную линию на тот момент, что нам дано природой такая широта восприятия, такая ширина угла, да, что мы видим и осознаем, что люди, есть люди, которые должны родить супертехнологии, которые сделают жизнь на Земле раем, да? Для тех людей, и тут есть другие люди, которые сейчас мучаются, не живут, а просто существуют, мучаются, выживают, то есть ставят себя на грань глобальной катастрофы время от времени, да, вот. И вот эти люди, они никак друг с другом не могут взаимодействовать, то есть они никак не могут друг друга полюбить, подружиться, и вот эти люди, они должны были бы вот этих людей наделить полномочиями, финансами, и сказать, вот мы пока тут бегаем на работу, выживаем, вы, пожалуйста, не теряйте время, вы нам придумайте что-то, чтобы нам жить стало, ну, легче, да, чтобы мы меньше болели, там, не толстели, там, еще что-то, да, то есть вот придумайте нам что-то, да. И вот, ну, мое видение какое? То есть вот эти люди, вот эти конгломераты сейчас, вот конгломерат, назовем их творцов, великих ученых, Ломоносовых, да, вот конгломерат Ломоносовых, он отделен таким интеллектуальным и заборами от
обычных трудяг, вот таких вот муравьев, которые там вон, еду разносят по городу, да, вот, вот он отделен от них. Они не говорят даже на одном языке. То есть они не могут, вот, вот этот пятачок, он чем хорош. А здесь на 100 квадратных метрах весь спектр общественной жизни. То есть здесь есть все, кто вам нужен, да, и кто не нужен, тоже mm-hmm. есть. То есть прям концентрат. Да. И даже вот президент через 500 метров там забыл. То есть как бы все рядом. Но мы видим, да, что вот, вот этот вот муравейник этот, он ну, не может разговаривать с этими людьми. И пока что заслуга, вот я считаю, заслуга глобальной волны, заслуга Ярослава в том, что он как бы отодвинул лупу, отодвинул камеру, вот так пошире взял. И мы благодаря глобальной волне видим обе этих тусовки. Ну, как на футболе, да, мы как бы видим все футбольное поле. Вот оно, и левые ворота, и правые ворота. Но то, что я вижу, что между этими людьми расположились, уютно расположились различные системы посредников, ну, в том числе капиталистические какие-то системы, да, которые успешно вот эту необразованность и вот эту недальновидность муравьев, они ее как бы эксплуатируют с удовольствием. И время от времени дозированно вбрасывают различные технологии, ну, под видом полезности, да, вот, и получается оно вроде как развитие, оно вроде как эволюция, вроде как цивилизация, вроде как все удобнее и удобнее жить, там безопаснее, еще что-то, но фактически очень медленно, неэффективно и не всегда выживательно. Потому что мы с вами, да, понимаем, что и продукты питания, они, ну, все опаснее становятся из-за биохимиков, да, и с транспортом не все у нас хорошо, да, бензины, выбросы и прочее. И куда ни ткни, в общем, не буду время тратить, куда ни ткни, у нас везде есть какой-то элемент, ну, несправедливости и какой-то элемент иногда даже глупости и прочего. Вот. И вот я настаиваю и предлагаю Ярославу все-таки придумать, ну, сплотить людей и придумать, как нам вот эти два мира, ну, по сути, мы тоже станем посредниками между этими мирами, да, только мы станем такими, ну, как сказать, бескорыстными посредниками. Помните, как старик Хоттабыч, он в сказке, он там трах тебе дох, и каждому футболисту с неба упал футбольный мяч. Да, так, опа, и все, и игра остановилась. Вот, как раз, да. Да, и как бы, и вот тут такая же история, что если каждый, ну, вы часто это озвучиваете, но это надо, ну, понимаете, это надо докрутить эту тему, что если каждый муравей, каждый муравей будет осознанно содержать одного ученого или одну технологию какую-то. Даже не содержать, а на одну копейку принимать, ну, участие. На одну копейку. Я говорю, периодически, да, вкидывать на удачу рублик в автономную энергетику, в вечные ботинки. Ну, он, а муравьи только понимают уровень там. Вот. Хочешь, чтобы еда была там здоровая, да, чтобы ты, живот у тебя не болел? Хочу. Ну вот мы над этим работаем. Хочешь там удобную обувь? Вот мы над этим работаем. Хочешь не мерзнуть там в квартире? Вот мы над этим. То есть они только так понимают. Да и вот как бы если каждый муравей будет осознанно рублик бросать на создание своего будущего, на создание своей технологии, то тогда в какой-то момент технологии начнут появляться. Не сразу, но постепенно технологии начнут появляться. И вот, несмотря на то, что эта задача кажется неподъемной и изначально завиральной, вот я наблюдаю много лет и понимаю, что она единственно решаемая. Потому что все остальное... Ну, или посредние. Вы говорите, давайте выгоним посредние. Мы их не выгоним никогда. Каких посредников? Кого? Ну, которые паразитируют. Всяких буржуев. Вот смотрите, буржуи берут муку, превращают ее в говно.
Люди едят и умирают. Ну как это вот вообще? А кто мешает людям создать кооператив и делать это? Вот кто-то мешает. Только собственная инертность и ленность, Андрей Евгеньевич. И опять-таки, здесь вы воспитываете как клинический муравьев. Психолог нет, и психотерапевт. Вы воспитываете муравьев. Муравьев бесполезно воспитывать. Вот мы, вот жаль, гости не застали. Я тут приводил аллегорию одну интересную. Значит, вот представьте себе... Артем работал в Альфа-банке и приходил к клиентам и говорил, берите класс. Кредитные карты, это мой, рабство. Это мой пример прям, я просто кайфую от этого. Я просто кино снимал. Я вот этот пример заберу себе. Документальное кино снимал, и я устроился к ним работать курьером. Ну а с Ярославом там запись есть видео, что вот у меня такие долги. Ну у меня правда там есть кредитные. И вот я даже, теперь я стал тем... кто выдает эти долги. Да, да. Вот, но на самом деле я каждому говорю, одумайтесь, ну, да, не надо. Стоит брать, я говорю, поосторожнее с этим. Да, да. Но лучше, на самом деле лучше нет. И в этом же году, Ярослав, Альфа-банк выпускает просто бомбические вот такие баннеры, огромные, на весь дом, то есть несколько этажей занимает баннер, не берите кредит. Да, да. Именно вот после нашей с тобой... Слушай, я тебе скажу, что ты не одинок в своем душевном порыве. У меня есть один парень, вегетарианец, но жизнь заставила его устроиться в хинкальную. Он был курьером в хинкальной. А потом это маленькими буковками. Если не уверен, не берите кредит, если не уверен. И он устроился в хинкальную, но жизнь так вынудила его, да? И он каждое утро, когда забирает заказ... Он поварам говорит, прекратите готовить мясо, мясо это зло, не ешьте мясо, да? И когда клиенту выдает, говорит, пожалуйста, больше не покупайте мясо, не ешьте. Вот, но и смех-то тут в чем? Это благородное и полезное, наверное, дело, но оно никуда не приведет никого. То есть не остановятся повара, не остановятся едоки и не остановятся курьеры. Изменение мира начни с себя. Он транслирует вокруг себя эту идею. Нет, Ярослав. Это, знаете, это так, я вам верил 15 лет назад. Есть. Понимаете, но копая воду 15 лет, ты в конце концов понимаешь, что то ли вода должна быть твердой, то ли лопата другой. Вы не принимали участие в политике. Если вы сказали, я услышал, что говорит Ярослав, и готов стать политическим активистом, и вписал жену, ребенка, бабушку, тещу. Спасибо вам, не надо. О, вот и все. Поэтому ваша вера, это... Вы в своем стиле спрятались там за этим. Ну ничего. Потом, если что, говорит, я этого не говорил, меня в кадре не было. Вот. Ее спрашивают. Итак, вчера Людмилу познакомили с... Давайте, да, про Людмилу. Мы ее посадили в центр кадра, и она должна сейчас нам что-то озвучить. Ну, должна, не должна. Я хотел сказать в завершении темы только быстренько ремарочку. Ничего. После Людмилы, скорее всего, перейдет на совершенно другой уровень общения. Вот. Можешь не сразу обязываю. Ладно, как будет, так будет. Все в потоке. Что... Как бы искусство как раз и является тем языком, с которым элиты разговаривают с массами. Кто-то все равно должен управлять. Логично. Они сами даже, может, и кого-то говорят, управляйте нами. Там, мы сами не знаем, как организоваться. Но и массы какие-то сложные вещи как раз через художников, писателей, режиссеров, музыкантов транслируют. Другое дело, что там тоже есть спекулянты, которые гадость транслируют, но есть и хорошие темы. И вот к слову, да, сказать, вот сейчас будет такой переход. Людмила транслирует через стихи, и, может быть, и потом и прозу. Я вот как бы расширяю видеосъемку. Прозы уже есть. Вот уже, да. Но это даже и не основное же. Вот эти вещи как через, раз... Вообще через слово. Вот эти вещи, вот этим курьером... Надо же направлять. То есть снимать видео про вот эти ботинки, да? Угу. Вот, и показывать им в художественных легких формах, простыми легкими формами. И они тогда они будут понимать, что это возможно. Кино определяет будущее, как Стрелинг. Да. Вот. Если они это увидят, эту образность, да, не кто-то что-то сказал там официально, а они прям вот это вот кто-то им сыграет, как театральная постановка.
все, они поверят, и они задумаются о том, чтобы, ну, может быть, и про, ну, стоит всем скинуться и профинансировать. Тем более, если это все будет открыто, как для всех, как вот Ярослав освещает, все в прямых источниках. Здесь, смотрите, вот, здесь, счет, опять-таки, номер. Вот послушайте, mm-hmm. вот да. Меня уже, это опытного аксакала, значит, в каких-то вопросах. А здесь не работает формула, например, скинуться или что-то еще. Mm-hmm. Здесь человек должен осознанно поддерживать, донатить. Это как чаевые в ресторане. Mm-hmm. Да? У 70%, ну, статистика есть такая, у 70% есть традиция, культурный код оставлять чаевые. Причем, несмотря ни на что, ни на обслуживание, ни на блюдо, ни форму ресторана, ни даже страну, неважно даже в какой он стране, неизвестно, кто его этому научил, неизвестно, как он этому научился, но он имеет этот культурный код. То есть он, ну, как бы сказать, поел и чуть-чуть больше оставил. Поел, чуть-чуть больше, но это только 70% людей. Но мы говорим о том, что 70% от 100 миллионов – это 70 миллионов. И вот это понимание доната, во-первых, вот как бы делюсь, да, соображениями, вот как мастер-класс. Во-первых, глобальная волна не должна говорить о том, что это будет какой-то проект или какая-то технология, мы вам там что-то дадим или не дадим. Это немножко не тот ход. А глобальная волна – это культурный код некого поколения, неких мыслящих людей, да? То есть некого мышления. Вот как мы, допустим, жертвуем храму или жертвуем просто, ну, православная, да, схема, там, угу. свечку покупаем или что-то, то есть мы отдаем туда деньги. Угу. Первое. Ни у кого никогда не возникнет мысли попросить чек. Ну, это странно, глупо и неправильно, и не нужно. Да? А никто никогда не будет брать кредит в банке, чтобы потом пожертвовать его храму. То есть у людей изначально есть некое понимание, как и сколько я должен пожертвовать, чтобы мне было хорошо. Да? И третий очень важный момент. Никто никогда не придет в храм качать права и спрашивать, на что вы потратили мои деньги. Да? То есть это некое естественное, свободное, спокойное отчуждение средств. То есть свободное. То есть когда человек осознанно, с пониманием делится, вот он тяжело заработал, да, там, какую-то зарплату свою, и он делится по силам, по возможностям, с неким сообществом вот этих яйцеголовых людей, да, которые, ну, которые по образу жизни, по форме своей ну, они не социализированные, по форме своего погружения, они просто не могут, например, совмещать труд и творчество. То есть они должны, ну, творить, короче. И он это осознает, понимает и это делает. В зарубежных странах продвинутых такую функцию на себя берут различные венчурные фонды, инвестиционные компании и прочие. То есть они занимаются вот таким взращиванием и милосердным таким, такой поддержкой ученых и около ученых кругов. У нас в России традиционно, ну, наука была, наука щедро в советское время, наука щедро финансировалась государством. Настолько щедро, что ученый в Советском Союзе это был богатый человек. Ну, профессор, помните в фильме, где она мечтала выйти замуж за профессора, да, это действительно в Советском Союзе профессор означало все блага. То есть у тебя есть хорошая, так, да, хорошая дача, хороший, да, автомобиль, угу. хорошая зарплата, непыльная работа и так далее. То есть это было очень, ну, на уровне культурного кода. Почему Советский Союз лидировал по количеству людей с высшим образованием? Потому что в Советском Союзе образование и наука – это был естественный социальный лифт, гарантирующий доход на финише. Да? Потому что, ну, у военных не было таких зарплат и не было возможности сделать такую карьеру. Да?
там, ну, доктора еще где-то там слева, да, справа. Вот. У нас этот культурный код, такая традиция, она утрачена. У нас ученые – это полусумасшедшие люди, нищие, как правило, да, с какими-то ютящиеся в каких-то непонятных помещениях, говорящие на непонятном языке, транслирующие непонятные идеи, часто идущие против ветра и вразрез с неким общепризнанными канонами, нормами и так далее. Да? Поэтому вот это вот момент истины. И он состоит в том, чтобы мы те самые креативные менеджеры, которые должны придумать, как нам пробросить мостик между теми, кто нуждается в поддержке, и теми, кто способен ее дать. Да, потому что люди, ну, почему они способны, почему я так категоричен в этом? Потому что я наблюдаю среди молодежи, например, совершенно бестолковую трату средств, там, кофе за 500 рублей, какие-то брелки, часики за миллион, ну, просто люди жгут брендовые вещи и прочее, то есть люди жгут деньги, лишая, по сути, себя будущего. Почему? Потому что если они не будут вкладывать сегодня деньги в технологии завтрашнего дня, то завтра не будет никаких технологий. Точнее, не так. Они будут, но они не будут нам принадлежать. И мы уже сейчас заложники. Они могут возразить, что не нужны нам эти ваши технологии. Но мы уже заложники сейчас того, что у нас нет своих технологий. Пока и... они не увидят в фильме, что вот есть какие-то, ну, бестопливные там машины, что не электрические, не... Они, ну, они даже не знают, что они нужны. Они думают, что вот, ну, они родились и воспринимают как данность. Вот, ну, вот я скажу, что я немножко поучаствовал в криптовалютном буме 2016-2017 года, да, и, к сожалению, из-за того, что, ну, появилась вот эта технология криптовалютная, которая позволяла любому человеку поучаствовать в любом проекте, да, со своего телефона, и не нужны были никакие банковские документы и прочие вещи, и не знаю, как вышло, но мое убеждение, что в этот криптовалютный бум вовремя не зашли идеологи и конструкторы нового мира. Да? Туда зашли мошенники, жулики, которые воспользовались доверчивостью граждан, воспользовались некой безнаказанностью, да, цифровой вот такой. И... При чем вы вдруг начали про криптовалюту? Я просто извиняюсь, но... А это как пример... Говорим... Это как пример того, что действительно был период, целый год, когда простые люди, работяги, они пытались участвовать в прорывных технологиях. Ну да. То есть они скупали токены, что-то жертвовали куда-то, еще что-то, но в итоге они не получили обещанное. Ну, они не получили. Неважно, технология развилась так или иначе. Да, просто я именно показываю, преломляю, да, что маленькая недоработка всей конструкции, она все равно не привела к, ну, к желаемому результату. Да, то есть, как бы, вот, допустим, ну, возьмем, допустим, Дуйнова, да. Хотя, наверное, на глобальной волне нельзя нападать на Дуйнова. Что, все можно, мы свободны. Ну, Людмила вот хотела что-то сказать. А мы сейчас ей передадим. Что-то сейчас, 5 минут. Я перебил. 5 минут и... сейчас передаем слово Людмиле. Остановились. Вот. И все, и нас уже Дуйнов. Ну, вы опоздали, во-первых, поэтому мы же начали о чем-то беседовать. Да. А вот сейчас переключим на вас. Да. Будет все внимание вам. Вот Дуйнов, я считаю, эгоистично поступает сейчас в том плане, что ему удалось каким-то способом, каким-то образом, может быть, личной харизмой, может быть, помог кто, но он включил на себя денежный поток. И этот денежный поток достаточно солидный, стабильный нам на протяжении многих лет. Уже вот сколько, 3 года или 4 они качают деньги, да, и так далее.
Ну вот. И будучи человеком, если бы он был человеком мира и человеком масштаба, то часть этого денежного потока, ну, он просто обязан был бы перераспределить на других ученых, менее удачливых, менее известных. Не может, там акционеры выдали денег именно на завод. Я думаю, что это вранье. Другое дело, что свою харизму и свой политический вес, он мог бы сказать: дорогие друзья, призываю вас еще по копейке разложить яйца в разные корзины. Превратился в завхоза. Вот это да. А так, ну, конечно, управляющий завода, ему надо отчитаться перед акционером. Превратился в завхоза. И это грустно. Угу. Давайте о веселом. Перед тем, как дать слово Людмиле, вчера были в арт-галерее Дрезден и беседуем с ведущей, с Катериной. Я говорю: вот есть возможность создать рай на планете. Она говорит: а зачем рай? Ведь страдания – это процесс эволюции. Если мы уберем страдания, эволюция остановится. Ну, я говорю: что, тогда продолжаем убивать? Нет. Эволюцию? Нет. Ну, и в общем, и я попросил Людмилу выступить таким связующим звеном, потому что я понял, что мне уже дальше она тебя поправит, с ней конкретно сложно дискутировать. Вот, возможно, Людмила и нам, и зрителям прояснит ситуацию. Я, знаете, во-первых, хотела бы с вопросов начать. Вот. К предыдущему, да, всему. Как я понимаю, есть желание не просто, чтобы там верхи услышали низы, и низы получили какие-то права, возможности туда отправлять свой посыл, а чтобы это все-таки сработало в итоге, да, потому что посылы-то могут быть, но они вот точно так же, как в ваших примерах, могут не реализовываться. И вот мне интересно, на примере религии вы затронули, у них нет этого моста. Ну, он там, может быть, недавно появился, но он не влияет никак на процесс. То есть люди несут туда свое внимание. Но они детей крестят же с детства, как нет моста. Они все с чем мост? Ну, не с правительством? Все про них. Конечно, так, а мы не говорим о правительстве. А с чем? Куда мы говорим о том, что идеи? Есть вот муравейник. Вот есть муравейник, состоящий из рабочих муравьев. Да. И рабочие муравьи каждый день, они что-то делают. Идут на работу там, да. Кто-то клерк, кто-то рабочий, кто-то экскаваторщик, да, и так далее. Угу. А есть вот каста ученых, которые могут родить технологии, которые этих муравьев спасут. Это ученые были, да. Это были ученые. И вот здесь нужно создать такой культурный код, такую традицию, чтобы каждый рабочий, вот в Америке как организовано, да, в Америке есть в школе учебник финансовой грамотности называется. Первая глава говорит о том, что 15% твоего актива, капитала, должно быть в золоте и других драгметаллах. То есть ты должен 15% хранить вот в несгораемых, да, металлах. И честно, как бы сказать, ради справедливости скажу, что последняя глава говорит о том, что 1% своего дохода ты тоже должен тратить на лотерейные билеты. Потому что они люди верующие, они верят в удачу, в судьбу, да, и говорят, вот 1% купил лотерейные билеты. И вот они так живут, понимаете, то есть у них доход делится на портфели, то есть у них есть золото, у них есть акции каких-то предприятий, и у них есть лотерейные билеты. И таким образом они удерживают свою домашнюю экономику и прочее. Каким-то образом они все равно поддерживают, как вообще здесь все люди, всю ту историю, с которой, вот, я так понимаю, здесь собрались как-то ее перевернуть и трансформировать. То есть от того, что они там распределили свои ресурсы, так как им объяснили, не поменялось ничего, да, в пространстве общего Почему мира. Почему не поменялось? Но война продолжает идти, ну, причем с их же денег, в общем-то, по большому счету. У нас нет войны, у нас спецоперация.
Нет, у нас, важно. Может быть, Куба, она и не война, но где-то в мире всегда есть. Собираться по всему миру. Где-то в мире всегда есть какая-то а война. Слушайте, но ведут ее же не американцы, и мы же сейчас не мы нет, про муравьи. Подождите, но мы же не можем выходить на то, что вот только здесь послушайте, вот эти вот муравьи будут да, давайте, в рай жить. Давайте до конца. А те райская жизнь никогда. Я понял. Кто формирует вообще все те вернемся условия? Вернемся на предыдущую главу. Значит, смотрите. Угу. Очень важно разделить здесь, что мы вне политики, и мы не говорим о том, что нам кто-то что-то должен сделать, что кто-то должен совершенно что-то прекратить, что-то начать и так далее. Мы говорим о том, что простой человек, обычный, пришел в кафе поесть. Его об этом никто не просил, но он оставил чаевые. Зачем? Потому что он так воспитан. Приучили. Ну, подождите, но вы, и мы говорим вы о том, что простой, о человек, простой человек время от времени мерзнет дома, рубит любимую березку топором, сжигает ее в печке. И мы должны ему дать понимание, что если ты хочешь однажды это прекратить, то ты должен вот сюда мы отправлять снимаем денежки. Кино. Где вот, ну, предложенные обстоятельства отыгрывает актер. Угу. И который в результате, ну, сюжетной вилки, там, может быть, один актер жертвует, а другой не жертвует, и один оказывается в, друг, ну, в одном будущем, где он вместе с другими спасается от холода, mm-hmm. а другой, допустим, нет. Ну вот, вот хорошая идея. Вот это уже решено. Людмила о другом говорит. Куда, а зачем мы здесь? Куда мы все идем-то? Нет, я говорю о том, что можно искать решение для людей, которые даже не спрашивали нас об этом. Да. И не заинтересованы в том, чтобы их жизнь как-то менялась. Это люди как не, деревенских жителей насильно да, переселяли в города. Да? Я написал когда-то книгу о том, что можно я скажу мысль? Люди не могут быть вообще заинтересованы ни в чем, поймите. Могут. Люди – это пластилин. Могут, вот что вы из них вполне вылепите? Себе могут. И, я и, таких именно... не видел. Ну так, а каким, вот давайте, я же и предлагаю посмотреть, каким образом формируются их вот эти привычные формы взаимодействия с миром, откуда берутся их желания. Ну каким, им мозг промывают с детства и все. Правильно. И кем-то я так тоже, допустим, Андрей Евгеньевич, допустим. Я так тоже вот раньше думал. А сейчас как ты думаешь? Год назад, когда я познакомился. Сейчас а я думаю... Встретил Людмилу. Да, пока, ну, сейчас я... Веровал. Мне промыли мозг, вот, как хотите, понимаете. Мне сердце, не мозг промыло, а сердце. Я просто предлагаю посмотреть немножко. Вы вообще любите что-нибудь новенькое, интересное? Мы молчим. Вот, просто азарт включим. Затаились. Ну, искать решение, как мне видится, искать решение, не меняя саму концепцию, бесполезно, потому что оно придет в ту же систему, и там точно так же не сработает. Хорошо. Ну, можно попробовать всем объяснить, что ученые лучше, чем церковь, или да, а у вас есть еще деньги, давайте сюда, но... Их суть существования, таких людей, которые так. сами не доросли до этого, так. не дозрели, она это никак, ничем не сможет воспринять. У нее нет рецепторов каких-то, угу. которые бы смогли это в свою систему включить. И чтобы это произошло, им нужно каким-то образом сначала глобально всю концепцию развернуть по-другому, показать угу. им, что это им в принципе для чего-то действительно может пригодиться. Просто рассказать, что ученые вам что-то создадут, ну, но это в кино. Они точно так же, как любой другой здравомыслящий человек, будут реагировать на то, что мы прожили вот свои там 40, 50, 60, 80 лет и видели жизнь, знаем, как она устроена, и что вы нам тут новое еще скажете. Все работает, мы знаем, как все работает. Угу. И вот есть, как мне видится, некая конструкция, структура, угу. в которую все это вовлечено, и угу. все там по определенным шаблонам, алгоритмам существует. И если именно эту структуру не корректировать, не вносить туда в нее изменения, то бесполезно к сознаниям обращаться. Они но помните, не у Мёрфиуса есть такая фраза, что вы не можете изменить матрицу, потому что вы часть матрицы. Правильно, правильно. Да, но здесь программа не может закодировать здесь, саму себя. Ну, и вы предлагаете изменить программу, мы сами программы. Как я предлагаю, мы я не предлагаю, я этим занимаюсь, я знаю, уже тоже имею некий опыт. Вы же можете, смотрите, вы же можете... Я не предлагаю перепрограммировать смотрите. Внутри программы, я предлагаю расшириться восприятием за пределы программы для так. того, чтобы можно было перепрограммировать самих себя. У нас такая есть опция в
функционально так. у каждого человека. Так. Это первый момент. И мы можем это делать определенным образом, даже через те же ресурсы, кино и видео, ну, то есть через все, что мы можем взаимодействовать с людьми, мы можем передавать им это, но не в прямом, может быть, виде даже, не словами, сейчас мы будем вам объяснять, он осознанно какими-то смотрит косвенными. Фильм, чтобы измениться. Он, например, хочет, вот, ну, чтобы но у него это был выбор. Я не про это говорю. Речь о том, что для того, чтобы подготовить людей к тому, что они захотят какой-то перемены и будут готовы в эту перемену заходить, нужно провести определенный фронт работ, чтобы расширять вот это их восприятие сознания, показывать им, даже вот как Артем говорит, там другой мир, показывать в каких-то реальных условиях. И это должно продолжительное время происходить, ну так же, как окно Авертона. Всегда какой-то момент, который постоянно повторяется и потихонечку внедряется, но не манипулируя сознаниями, а именно внедряя это в жизнь. Знаете, ваша идея хороша, но... Я еще не завершила, да. Давайте еще одну. Ну, смотрите, хорошо, вы же, ну, коротко, если... Ну, вы же можете, например, вот заставить себя выбирать реакцию на те или иные события? Давайте дальше. Ну хорошо. Один момент такой, что должен быть какой-то глобальный посыл от тех людей, которые уже понимают, что они это могут делать, понимают зачем. Вот мы здесь сидим, у нас есть какая-то уже идея. Мы понимаем, что этим людям, возможно, ну, другим людям, которые еще здесь не сидят, но мы можем оказать какое-то содействие. Мы можем за счет этого вывести вообще все пространство, весь мир в другое состояние и в другой опыт проживания. Не можем. Ну, в большом, может быть, пространственном времени, если смотреть, то когда-то к этому так и придет. Мы не просто так тут эти мысли ловим, и какие-то желания у нас возникают на вот эти перемены. Ну, понятно. Не просто так. То есть вы хотите остаток жизни провести в перевоспитании миллионов? Абсолютно нет. Я как раз вот и хочу продолжить. Ну вот вышел сильнейший фильм «Аватар». Стал от этого кого-то? Есть понимание того. Абсолютно мощнейший фильм «Матрица». Кому-то стал от этого лучше. А вот от «Матрицы» стал. «Пятый элемент». Дело в том, что куча фильмов супер уровня. Люди посмотрели. Абсолютно. Андрей Евгеньевич, у нас уникальная возможность пообщаться с представительницей женских энергий. Да. Значит, мир разделен. Так вы ее перебиваете. Я вообще молчу, как рыба. Не даете сказать человеку. Ага. А второй момент – это то, что надо понимать, что всех людей невозможно привести к какому-то единому знаменателю. У каждого человека есть здесь какая-то своя история, свой путь. Как бы мы ни хотели всем какое-то счастье там якобы общее дать, и вообще мы не боги в том смысле, что не нам решать, да, кому тут как проживать и какое счастье испытывать. И, может быть, тот опыт, который каждый из них здесь проживает, именно и нужен. И не надо туда вмешиваться. И это тоже важно понимать со всеми вот этими глобальными идеями, что можно придумывать все, что угодно, но можно таким же образом качнуть этот маятник вот из этой хаотичной системы в какую-то другую хаотичную систему. И как бы цель-то такой тоже, наверное, не стоит. Поэтому здесь надо понимать, что не каждому это, в принципе, будет нужно, это все равно будут какие-то те люди, те сознания, у которых есть уже хотя бы какой-то внутренний запрос. Может, они еще его не услышали, не осознали, но он там где-то уже греется, уже там какая-то готовность растет. А дальше можно смотреть на это все как на энергию, потому что если мы будем от этого отворачиваться, то даже если получится собрать со всех денег, все равно ничего не получится, потому что у людей не будет понимания, как перестроить и как встроить свою жизнь. Технология может прийти в любой дом, но человек не воспользуется. Вот в этом, как мне кажется, есть... Сейчас это не к вашему докладу, это я просто... Вот Ярослава хотел обратить на это внимание. Ярослав, вот смотри, да, вот эта риторика, вот много раз замечаю в проектах, вот это выражение «собрать денег». Неправильное.
собирать всегда в веках. Начать собирать и собирать всегда. Мы обречены на это. Собирать, 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 собирать. Я рождать, говорил, рождать, что в рождать. Нету ни одной политической партии, которая содержится на вклады граждан. Это очень четко показывает состояние социального здоровья в обществе. То есть в обществе нету понимания, что если ты не содержишь некую структуру, которая готова, работники, которые готовы продвигать идеологию, заботу о тебе и так далее. Видишь, люди, вот людей можно понять. Приходит некто в галстуке и говорит: я буду заботиться о вас, проголосуйте за меня на выборах. А что люди должны, ну, они не сомневаются в этом, они выбирают. Она говорит о том, что есть эфир, мы двигаем автономную энергетику. Кто на повестке дня предлагал автономную энергетику? А общество говорит: мы дебилы, эфира нет, и мы не верим ни в какой эфир. Мы хотим быть рабами и отвалить. Там, вы знаете, как праймерис происходит предвыборный? Нет, все сложнее, подожди, нет, все сложнее. Там люди вообще не считают предвыборную программу, они фотографии смотрят. Это я все знаю, да. Ну, праймерис, но я о другом, я о том, что, как бы сказать, проблема, вот отчасти то, что озвучивается, что проблема в том, что ну, недообразованные, недовоспитанные, уставшие с работы пришли, бедно живущие. И мы должны это учитывать. Мы в своем фильме должны это учесть. Угу. Да, вот как Голливуд, в чем сила Голливуда? В том, что IQ для просмотра фильма голливудского достаточен IQ 30. То есть даже человек с IQ 30 получит удовольствие. Там, кстати, знаете, феномен есть, я извиняюсь, но в кинозале общий IQ при коллективном просмотре повышается. Это тоже такой из серии квантов, да? Конечно. Вот, но все зрители, они, мне даже режиссер, и ему их, удивить их очень сложно. Ему надо реально долго работать и многослойно делать. Вот это мучат в Голливуде, что режиссер должен нарочно занизить IQ. То есть опредметить любую мысль. Угу. Да? То есть если сейчас кого-то будут бить, тебе покажут боксерскую перчатку или бейсбольную биту, или разобьется какой-то стакан. То есть это вот примитивное манипулирование сознанием. Вот настолько это работает. Только что хорошо говорили, а теперь почему примитивным манипулировать? Потому что примитивными баранами только примитивно можно манипулировать. Ну где-то по-другому уже не работает. Где-то тонко сработать, как у Уже не работает. И я настаиваю на том, послушайте, у нас сейчас две концепции. У Людмилы концепция в том, чтобы всех сначала воспитать. Помыть, переодеть, причесать. Нет. И потом заставить платить. Нет, вообще нет. А у меня концепция это в том. Вы так услышали, но это совершенно. А у меня концепция в том, надо чтобы дать четкое понимание. Но это как вот, например, это как вот мама с ребенком гуляет, и она говорит: не мусори там, не бросай фантик на асфальт, отнеси в урну. Да, вот она, это такой воспитательный акт, как бы, да? Или там, не обращай внимания, дяде плохо там. Можно дать еще один шанс. Дядя болеет, не надо на него смотреть. Дайте еще один шанс Людмиле сказать, может быть, другими словами. Да я не против вообще. Я бы хотела просто спросить, как вы думаете, а почему? Делаю канал, то, что говорит. Немножко понимаю, да, про что она хочет вам сказать, но тогда давай еще как-то попытайся. Да, попроще еще. Но это не то, что вот вы сказали, это не то, что представьте, что у нас IQ 30. Но как режиссер, Артем, вы не сумели донести до общества, не созрели. А вы кто смотрел? Кто смотрел канал? Я не смотрел. Вот сейчас вам в живом виде представлю. Надо понимать, что вся эта деятельность по какому-то там донесению на самом деле в открытую. Так, чтобы вот это матричное пространство преодолеть, только лет, наверное, как 15 действует. Угу. А до этого тут было настолько все плотно, что это было невозможно физически. Просто вот невозможно и все. Вот все могли что-то хотеть, но даже желания особо ни у кого не возникало. Угу. И поэтому то, что мы сейчас разговариваем, это просто ну, такой момент, этап, когда это стало более доступно для нас, и мы можем вообще об этом говорить. А какие-то конкретные изменения произойдут еще лет через 50 в лучшем случае.
И не потому, что мы такие недалекие все, а потому что просто для этого нужно определенное. Но мы вот тоже эту цифру называем, но это очень похоже на раннего Владимира Владимировича. Знаете, там были программы 2020, 2030. Мы нарочно отодвигаем горизонт, чтобы нас не били сегодня. Надо сегодня жить и действовать. Понимаете, 50 лет это легко сказать. Давайте 100 обозначим. Давайте скажем, что рай на земле возможен через 500 лет. Но это же глупо. Мы же здесь сейчас должны его создать до завтра. Вот люди хотят в понедельник что уже в рай попасть. Что вам помешало создать его сегодня? Так вот мы и сидим, разбираемся. Атомизация общества. А что это общество продолжает удерживать вот в этом состоянии на протяжении тысяч лет? Надо разбираться, почему они такие. То есть вот вы думаете, что многое время что-то происходило, вот эта структура матричная каким-то образом постоянно, все шайбочки, винтики, колесики крутятся, все в ней работают, наполняет, все работает, все прекрасно. А какая такая должна прийти сила? Или что такое должно произойти, какой взрыв, или толчок, или какое-то что-то такое, чтобы этот механизм стал работать по-другому? Вот хороший вопрос. Смотрите, мой план очень простой. Мы берем работяг, даем им некую привычку. Просто представьте, что это возможно. Представим, что это возможно. Мы даем привычку работягам каждый месяц финансировать, допустим, бесплатную энергию. Да, вот мы говорим, люди, вот вы каждый месяц сейчас вкладываете, возьмите эту привычку и просто вкладывайте, не спрашивайте зачем, куда, просто вкладывайте. И через, например, на спасение Солнца. Вот Солнце, оно очевидно потухнет через 30 миллионов лет. Вот надо его сейчас начать спасать. Давайте, начинайте вкладывать, чтобы ваши далекие потомки жили счастливо. Да? И вот они начинают вкладывать, спасать Солнце. Вы только что на 500 лет не согласились, а они должны на 30 миллионов вперед. Подождите, зачем утрировать? Я же пошутил. Они вкладывают. И постепенно здесь накапливается, уже у ученых накапливается определенная сила. И ученые, накопив силу, они начинают этих людей удивлять разными полезностями, разными вкусняшками. Да, выстраивается какая-то дорожная карта, где через 500 лет второе солнце загорится, через 100 лет начнем жить в океанах, через 50 лет начнем это, через 20 нет, а завтра, вот завтра, приходите и возьмите вот это, вот это, вот это, вот мы вам уже сделаем вот завтра. И все, и люди постепенно начнут получать обратную связь и начнут чувствовать силу этих ученых и начнут понимать, как это работает. Да? Смотрите. Другой вопрос, что где-то здесь в стране остаются капиталисты, которым это все не очень нравится. Потому что они в этом случае теряют контроль над технологиями, теряют контроль над будущим. Государственники, силовики еще будут бояться, что эти приобретут силу. Поэтому тут нам придется сражаться не только за сознательность этих людей, еще и за самостоятельность, чтобы они вот еще и свой выбор защищали. Это все равно, что, знаете, вы в ресторане сидите, а выходит владелец ресторана и говорит, что бы ни сделали официанты, никаких чаевых, они сегодня наказаны. Понимаете, да? И у людей появляется желание еще больше дать чаевых. Есть такой аттракцион в парижском ресторане, там выходит старший официант и объявляет в зале: господа, сегодня никаких чаевых, эти люди наказаны, они вели себя плохо. А там еще такие официантки симпатичные, все, и люди еще больше там стараются запихнуть. Вот психология. Это та же история, да, вот как только начинают штормить и говорить: нет никакого второго солнца, никому не нужно второе солнце, нам тут первого достаточно, да? Люди начинают понимать, что в этом все. Здесь работала Академия наук, создала комиссию по борьбе со лженаукой, и это не подхлестнуло общественные массы финансировать альтернативных ученых.
Но это не, не но, то, чтобы не подхлестнуло. Но этому есть объяснение. Может быть, на тот недовольство момент... Советским Союзом и переход в рыночную экономику приучил определенного рода структуры брать на халяву. То есть украсть все, что плохо лежит, и гордиться, что ты урвал это на халяву, и вот ты такой герой рыночных успехов. И отодвинув всех, вот что было прорисовано. Можно еще вопрос тогда? Да. Вот в продолжение. Вот эта вся система, новая структура, мы возьмем Муравьев, внедрим им привычки. А чем она отличается от существующей? Это же все то же самое. Мы как будто, да, как кто-то, будто налог дополнительный. Кто-то уже что-то придумал, уже что-то создал, оно работает, но мы сейчас понимаем, что а это какое-то ограничение. И решаем, что, ну, допустим, а мы лучше знаем, как надо все. И теперь мы будем правила тут диктовать, и мы будем сейчас вот все это выстраивать. То есть получается, что это как новое правительство, да? Мы будем лучше, чем предыдущее, потому что мы знаем лучше и добрее, и вообще у нас все. Решите идеологу глобальной волны ответить. Подожди, да, решите ответить идеологу глобальной волны. Можно сказать, Ярослав, не проще ли убедить просто тех, кто уже собирает налоги? Да не надо никого ни в чем вообще убеждать. На... Это вообще тупиковое. Но если по вашей схеме, развитие. Нет, если по вашей схеме... Забалтываем тему. Не забалтываем. Нет, про налоги убедите, ты не прав. Убедите направить эти налоги на альтернативную. Не. Ты что? Ну ты сам себе противоречишь. А с чего налоги собирают? С продажи энергоресурсов. Нет энергоресурсов, нет налогов. Ну ты что, ты себе в ногу стреляешь. Нет, здесь так не работает. Здесь это так же, как... Я это понимаю. Это так же, как сила веры. Понимаешь, простой пример. Сила веры исцеляет, например. Да? То есть, если человек верит, он исцеляется. Но это противоречит всем канонам фармацевтики и прочего. Да, поэтому всегда будет непримиримая борьба. То есть никогда аптечный бизнес не станет спонсором религии, йоги или чего-то еще. Ну, это глупо и неправильно. Стрелять себе в ногу. Никогда на федеральных каналах не будет пропагандироваться здоровый образ жизни, диета, отказ вот от алкоголя и так далее. Это уже ближе к тому, о чем я говорю. Никогда. Вот. Это уже прям тепло. Так мы об этом. Так и я об этом. И я и говорю, что вот эти решения и вот эта даже сама мотивация, она все равно остается внутри. Только люди этого понять не могут, понимаешь? И никто им и не объяснит это. Так вот надо нам надо это им объяснять. Что... Ну вот такая форма, это как борьба или как судьба утопающих в руках самих утопающих, понимаешь? Такая тема. Я вот, например, свою жизнь выстраиваю так, и своим подопечным тоже. Я наблюдаю за многими людьми, вижу, как они мучаются, страдают, они приходят, те, которые уже приходят, с вопросом, как по-другому. И не получается это по-другому создать через путь борьбы, через путь какого-то сопротивления к тому, что вот это было плохое, и я сейчас буду его уничтожать. Мы не об этом, мы вообще не о борьбе. А тут... Это, может быть, и не выглядит напрямую как борьба, но нет, по факту это отрицание предыдущего. Мы ни в коем случае, никакого нет отрицания. Мы тогда зачем нам нужна эта помощь? Надо, все прекрасно. Надо смысловыми конструкциями. То есть мы говорим о том, что существует некая текущая реальность, в которой есть как есть. И если мы обладаем IQ выше 30, то мы должны родить мостик, интеллектуальный мостик, культурный мостик, эмоциональный мостик, не знаю, любое слово подберите. Мы должны родить мостик между муравьями и яйцеголовыми. А почему должны? Чтобы муравьи содержали яйцеголовых. Почему должны? Кто нам такое? Потому что задание? Мы получили видение шире, чем муравьи. То есть у нас раньше, вот Ярослав работал в бизнесе, я алкоголем оптом торговал. То есть у нас был муравьиное мышление, муравьиный взгляд. Я считал, что успешный человек, если я успешный человек, значит я должен себе купить Гранд Чероки, квартиру, еще что-то. Да? То есть я жил, и я считал себя самодостаточным, полноценным гражданином, выполняющим определенную социальную роль. Да? Но потом... Происходили разные события, разные ситуации, и в какой-то момент я дошел до такого видения, что оказывается Эйнштейн, там, главный мошенник, и вокруг него развернута огромная система лжи.
Да не главному мошеннику, он просто до определенного момента только ведет нас. Неважно. А потом... Но суть в том, что я заметил, что оказывается в книге, я всегда думал, что если это учебник школьный, то это выверенные буквы, запятые, то есть это все должно для определенного уровня развития, соответствовать реальности. И вдруг я понимаю, узнаю, что оказывается, этот учебник – это всего лишь форма иллюзии. Смотрите, ну есть вот ошибка, что как будто бы развитие заканчивается с окончанием института, допустим, аспирантура. Но оно бесконечно, и каждый раз надо забывать старое и вставать на новое. Забывать тот учебник, открывать другой учебник. И они будут друг другу противоречить. Так вот просто я занимался, все устроено. Вот, я занимался научными исследованиями, и до 2012 года я подвергался жесткому хейту. Был, ну, там, лжеученый, да, там еще что-то там. Выступления твои модерируются жестко, эфиры вырезаются и так далее, то есть тебя как будто нет. Да? А потом в 2013 году Женевский университет подтверждает мою теорию, и я становлюсь, ух ты, большим инноватором, спасибо, что живой. Угу. Вот. Но я человек как бы не сильно обидчивый и не очень, так скажем, слабый, но я знаю, что рядом со мной несколько. Один спился, один утопился, второй просто погиб там от несчастного случая. И вот, как бы понимаешь, цвет, истинный цвет науки, он просто был уничтожен, потому что сверху есть определенные номенклатуры, определенные задачи, которые противоречат тому, что а ученые, они как религиозные лидеры, понимаешь? Они чем хотят, ученые похож на священника? Им невыгодно, чтобы вы дальше институты развивались, и аспирантуры. Все, это вот этого потолка достигаете, и потом начинаете спиваться на даче спокойно. А если вы дальше пойдете, вы вот за эзотерику начнете копать, понимаешь, вот мы вас не будем финансировать. Ты это говоришь, и в твоем голосе нет трагедии. А в твоем голосе должна быть трагедия, ты должен плакать от этого. Нет. Потому что умирает наука. Понимаешь, вот как бы это один из китов. Вот три кита, на которых зиждется наша жизнь. И вот один из китов, он болен и тонет. И если он утонет окончательно, то вот этот весь блин, на котором мы живем, он просто разломается на части и утонет вместе с этим китом. Может быть, вне вот этой конструкции матричной существуют какие-то еще киты, о которых пока отсюда не очень видно? Это не тема сегодняшней встречи. Тема сегодняшней встречи – наука и простые люди. И политика. А что побудило ваше сознание вот так вот включаться и начинать шире видеть? Что произошло, что вы... Я познакомился с Ярославом. До этого я познакомился еще с одним физиком, которого все называли сумасшедшим. А потом он вдруг был выдвинут на Нобелевскую премию. И я не понял, как это могло произойти. Просто, понимаете, вот, допустим, да, у меня там были люди, которые, допустим, ну, для меня внутри они были авторитетами в определенной области. Я им верил на слово, я... боготворил их в каких-то моментах. А потом раз, и Крым наш. И никто из них это не предсказал. Я говорю, стоп. А где же ваши эти, ну, векторы, стратегии и прочее? Вы же это все типа считаете, умеете. А почему, якобы, да, почему никто не предсказал-то очевидную такую мощную смену, да? И вот эти события тоже никто не предсказал. И я был разочарован. Я понял, что 95, а может быть 9,9% того, что мы называем научным, является просто красивым буклетом, красивой какой-то картинкой. Да? Люди, ну, я просто покрутившись в научных кругах там несколько лет, я выяснил, что оказывается... конференции и симпозиумы – это для того, чтобы есть бутерброды с икрой, да, и запивать шампанское. И осваивать деньги, они оказывается, не дают никакой научной новизны и не создают никакого нетворкинга. Они там из года в год одни и те же доклады читают. И медики, причем это все сферы. Но простые медики, люди юристы, в это не верят. Прокуроры. Они тебе сейчас не верят. Они смотрят это видео и думают, желчный пузырь. Работаю. Да, желчный пузырь, тебе там бутерброд не дали. Теперь ворчишь. Мне как раз давали. На самом деле они вон великие, у них целая академия наук,
38 этажей. Смотри, какая красивая стоит вот, на Ленинском проспекте. Вот что они там, разве они там бездельничают? Они же не могут бездельничать в таком красивом большом здании. Понимаешь, они же так думают, обыватели. Вот. Зайди туда внутрь, посмотри, ты уже снешься, что происходит внутри этого здания. Понимаешь, угу. Я смотрел. Если обыватели так думают об этой сфере, то их еще сложнее побудить, да, что-то, включать какое-то доверие. Об этом и речь, что обращение идет к женщинам. Просто сложнее, почти невозможно. Обращение идет к женщинам, которые биологически начинают себе жизнь, рожают и вынашивают детенышей. И иначе мысли, чем мужчины. Вот мы сейчас здесь сидим. Вас трое, я одна. Причисляю себя к женщине, да? Из нас, из всех. Но все, что я говорю, вами же, хотя вы самый продвинутый из общества. Почему? Я слышал, что ты говоришь. Я как раз говорю, просто я... Нет. Я за тебя. Нет, потому что ни одну фразу я не могу договорить. Мне приходится потом начинать опять все сначала. Нет, в кадре-то они же перебивают тебя. Я как раз говорю, парни, давайте дослушаем. Какая разница, кто конкретно? Я в целом, что вот мы... Я почему об этом говорю? Опять, база с черной краской не совсем хорошо. Нет, подожди, подожди. Ты же тоже мне сейчас не даешь сказать. Давайте регламент. У кого подушка, тот и говорит. Психолога, да. Я хочу... Почему я сейчас этот пример привожу? Не пример даже, а ситуацию. Что ты говоришь за женской энергией будущее. Женщина может своим геномом там что-то скорректировать. Правильно я понимаю? Ты в эту сторону же. Ценности. Еще раз, мы обсуждаем... А, ты про воспитание сейчас? Нет. Или про что? Про целеполагание развития цивилизации. Сейчас. Но откуда у женщин возьмется какое-то другое целеполагание, если они, например, находятся полностью в матричной конструкции своим сознанием и поддерживают ее своим винтиком? Вот, я как журналист говорю, что женщины... Андрей Евгеньевич, извините. Не хочешь же жевать в кадре? Только... Что-то происходит. Хватит жевать в кадре, Андрей Евгеньевич. Как ты щедрый. Андрей просто надо, вот надо, значит. Значит, надо. Ну что? Значит, опрос показал, что женщины поддерживают идею справедливости всепланетарную. Мужчины на корню категорически противники. Категорически. Женщины внутренне, интуитивно, участвуя в процессах беременности, вынашивания, рождения, выхаживания, уход за старшим поколением. Но малое количество мужчин ухаживают за престарелыми бабушками, дедушками. Кто все подгузники там вот это все делает? Женщины делают. Кто санитарки в больницах? Женщины. Ну, нянечки. Женщины. Женщины, женщины, женщины. Ну, и они все прошиты всеми этими старыми матричными установками. Они прошиты, но внутренне они стремятся к справедливости, всеобщей. Интуитивно чувствуют, когда собираются женщины и собираются с детьми, женщины начинают заботиться о всем детском саде. О всем детском саде общо заботиться. Мужчины так себя не ведут. И здесь ключевой момент, о котором говорит Александр Иванович Рязанов. Что нам вкинули, что главная ценность – это производство товарной массы и добавочная стоимость. И ценность стала – деньги. А у женщины в беременности денег нету. У женщины есть иные ценности – физическое состояние, психологическое состояние. Не деньги как таковые в виде фантиков. Поэтому, когда мы обсуждаем про технологии, мы уходим от самого главного. Что технологии для того, чтобы повторить природоподобные процессы. В природе денег нету. Нету денег в природе. А мы это не обсуждаем в мужском миру. А женщины это интуитивно чувствуют. Ну вот я могу смотреть на то, как конкретно живут люди, с которыми я взаимодействую. Да? Ну, такой какой-то срез людей, уже достаточно продвинутых в восприятии мира и не совсем погруженных вот в эту вот там рабскую жизнь, так, грубо, да, если можно сказать. То есть есть надежда, что у них уже есть какая-то готовность к тому, чтобы расширяться. Поэтому они приходят уже с какими-то запросами, и начинается какая-то с ними работа. И вся эта работа,
постоянно блокируется и ограничивается именно этим сознанием, которое знает, как здесь устроена жизнь. Вот она устроена вот так, и надо, да, искать эти деньги, и вот эта программа выживания, и программа потребления, через которую все здесь проходят, на этом все базируется. Не потому, что правительстве какие-то придумали, да, это придумало до, изначально, для того, чтобы здесь вот мы все какой-то опыт получили. И мы все в эти программы всегда будем натыкаться. И мы не решим это просто какими-то убеждениями людей. Они не убеждаются просто так в этом. Они продолжают идти по своему пути. Я должен страдать, или я должен здесь мучиться, или наши предки так жили, или моя бабушка мне говорила, что вот так надо, и я буду делать так. И эта интуиция через это очень сильно гасится. Она есть в потенциале, но она гасится очень. Ты высказал свою точку зрения. Но если как аналитик, различного рода услуг, на рынке услуг, я вижу, что существует огромное количество тренингов личностного роста. Все матричная конструкция, абсолютно. Они не все хорошие. Ты вот высказал свою позицию, да, слушай тогда. Я слушаю. Ты говоришь, что люди не хотят тоже меняться и не готовы подушка меняться. Но при этом мы видим большой запрос аудитории, платежеспособной аудитории и огромные финансовые вращающиеся средства в этой нише. То есть у людей есть запрос и меняться, и разбираться, и задумываться. И когда ты говоришь о том, что нам придумали эти правила, чтобы мы учились, никто не ставит вопрос, а чему научились? Вот я за 15 лет пришел к тому, к мысли, что, возможно, нас на планете собрали, проходит большой опыт, станем ли мы разумной нейросетью. В подавляющем большинстве нету ни одного глашатого, кто ставит эту задачу. Все опускаются на мелочное, что я заработаю, что там государство заработает. Никто не рассматривает цивилизацию как единое целое, и что этот опыт нам дается, мы страдаем. Да, страдаем. Для чего страдаем-то? Ну вот личностный путь, мы потом переродимся. 100 раз переродились, дальше что? Постоянно это выйдем из колеса сансары. Выйдем из колеса сансары, когда осознаем, что мы единый социальный организм. И тогда интересы наши общие, ценности наши общие, и тогда получается вектор движения куда? Но об этом за сегодняшний день мы впервые только сейчас заговорили. Но я вот 3 часа этому, беседуем, и только подняли эту тему. Да, потому что все время разговор. Ну тогда четче говорите. Ну, вот ты дала мне слово, я тебе за 2 минуты сразу сформулировал. Про, вот как вчера, что все предыдущие, мы смотрим много роликов. Все предыдущие и, в общем-то, мы слова очень говорили про деньги, про политику, про то, что надо каких-то взять людей, что-то им. Политика — это инструмент сегодняшнего дня. Чтобы сходить, вот попить чаю, вы взяли чашку. Ну, понимаешь, я смотрю на все. Как, знаешь, с космического корабля, да, чтобы охватить больше пространства, которое попадает в поле зрения. И когда я так смотрю, я понимаю, что мы можем сколько угодно брать этих людей с запросами. Я же с этого и начала сейчас. Они приходят с запросами, но они никуда не приходят в результате. Они остаются на том же месте, практически все, на которые они пришли с этим запросом. То есть ты хочешь сказать, все люди, прошедшие личностные тренинги, бесполезно потратили деньги? Внутри матрицы они продвинулись как личность. Но как то, что сюда пришло получать опыт, чтобы стать вот этим единым, они вообще не продвинулись. Ну как ты это вот так решила? Потому что они продолжают находиться в тех же программах, потому что они идут по кругу в тех же сценариях. Ты изменилась? Единицы. Меньше 1%. Ну, откуда ты знаешь, что это единицы? Ну, потому что я наблюдаю. Потому что я анализирую. Ты наблюдаешь только ту выборку, которая к тебе приходит. Человек нет. И контактов у тебя, нет. Ну, 1000 человек в день. Нет. А на планете 7 миллиардов. Во-первых, я общаюсь с другими людьми, которые тоже проводят такую работу. И мы контактируем довольно много, и это по всему миру происходит. И это не один человек, это уже много информации. Именно целители. Во-вторых, обучают. Я немного вижу пространство так, как оно есть. Не сквозь призму ума. И там тоже много что открывается. И эта наука пока туда не дошла тоже, чтобы это описать вот прям полноценно и сказать что-то об этом. Поэтому я особенно и не влезаю в эту тему в плане озвучивания. Но я-то вижу, и мое мнение уже на этом основывается.
И получается, что большинство людей, они ходят по кругу внутри вот этой вот программы. И вот моя, например, задача их подготавливать, их сознание таким образом, чтобы они могли тоже подняться над, посмотреть над и увидеть саму суть. И вот когда они видят суть происходящего, из чего это вообще состоит, вот как Андрей увидел, ничего, что я просто отчество не спросил, увидел, что вот здесь ложь, здесь иллюзия, здесь нас водили за нос, да, вот это на простом вот слое, а там еще сколько таких слоев, в которых мы тоже можем увидеть вот это разобщение, откуда оно берется. И вот эта работа, она довольно глобальная, ее сделать с каждым человеком важно, с каждым в итоге. Именно такую глубинную, не просто там ты деньги сюда принес, ты там сейчас будешь вкладывать вот в эту сферу, и это все очень поверхностно все равно. И для большинства людей их уровень сознания от этого не поменяется. И сама идея изменения их качества жизни тоже от этого не произойдет. Потому что это их оставит на этом же сценарии, они все равно... Вот я, например, понимаю, что когда я узнаю новое, понимаю, как можно прожить из другого качества, не из каких-то там привычных нам форм поведения, например, а заменить их на какие-то другие, я это беру и встраиваю в жизнь моментально, сразу. И начинаю жить так, без каких-то отклонений, без сомнений, в доверии к тому, что да, я могу по-другому. И когда я предлагаю сделать это людям, они мне говорят, а как это? Как это я вот не буду сейчас обижаться на людей, например? Как это я не буду гнев свой проявлять? Как это я? Это же наша природа, это же инстинкты. А инстинкт – это тоже программа, программный код, матрица, вшит. Это не инстинкт, стоп, нет, это не инстинкт. Они на это опираются. Они на это опираются, это привнесенная программа мамы, папы, бабушки, то есть неким старшим наставником на момент формирования личности. Это тоже... слой, на котором мы это готовы воспринимать, что у нас есть некие люди, которые нас программируют. Откуда это берется? Изначально откуда это берется? Изначально вот сама конструкция содержит. Ну, нас этот... мамы рожают. Откуда это потом, берется? А потом уже люди, которые плодятся, это привносят. И плюс еще добавляется самопрограммирование всякое, когда мы об социум начинаем перепрограммироваться. В общем, а что я предлагаю сделать? Во-первых, мы сегодняшней встречей показали еще раз, и, может быть, уже в который раз, что такая студия нужна. И мне тогда на Арбате, когда мы начали эту студию арбатскую, это своего рода кухня 2.0. Раньше, когда-то на кухнях ученых, на кухнях философов, юристов собирались люди, говорили о политике, говорили о... жизни, о зарубежных каких-то историях, да, рассказывали байки друг другу. И это был, ну, это была культура интеллектуалов. Угу. Сейчас, потом был этап, вот сейчас был большой этап, когда люди онлайн, ютуберы, инстаграмеры что-то вещают, что-то обозревают, о чем-то говорят. А теперь настало время запустить кухню 2.0. То есть, когда авторы разных YouTube-каналов или разных тем собираются вместе и пытаются подружиться, пытаются найти общий язык, пытаются найти какой-то смысл в том, что они делают и так далее. И поэтому мы... решили, вот, ну, Ярослав согласился на предложение, пошел навстречу, то есть пособираться вот в таком формате на часик, на полтора и обсуждать разные подходы к одной и той же проблеме. Вот. Может быть, будет рождаться инфографика какая-то со временем по итогам наших встреч, может быть, будет рождаться какие-то успешные коллаборации, может быть, зрители скажут, все, мужиков долой, хотим Людмилу слушать. Вот. Вас не хотим слушать, хотим слушать Людмилу, да? Или, может быть, они скажут, вот, нет, Людмила, ты не права, веди подружку. Короче, как-то это будет развиваться в целом. И сегодня, я думаю, что мы тему закруглять будем,
потому что время у нас. Видите, Людмиле надо дать возможность все-таки высказаться, донести идею. Я уже понял, она психолог, она воспитывает людей. Я не психолог вообще. Раскрывает их, выводит их на верхние уровни. Это духовный наставник. Да вы так и не духовный поняли. Наставник. Ну, я тем же занимаюсь. В общем, это немножко... Это, ну, как бы, я смотрю на вещи так, что... Значит, к нам приходить гости не если, будут. Если кто-то видит какой-то баг в системе, то пока он не найдет корень, то он этот баг не исправит. Ну, вот мы нашли корень, а что делать? Мы в одиночку его не исправим. Ну, вот я, например, для себя нашла такой вариант. Я, собственно, и хочу поделиться, что я работаю с людьми, именно по этой причине, по той же самой, по которой вы здесь сейчас нас пригласили, собрались и обдумываете, и говорите, и к чему-то стремитесь. Мы об одном. Просто я, может быть, немного со своей там какой-то стороны смотрю, кто-то с другой стороны, и вот это единый какой-то концепт в итоге у нас, может, когда-то выработается, не знаю. Так вот, я смотрю на самую глубину, откуда все берется, для того, чтобы именно там можно было это изменить. И когда я туда смотрю, я понимаю, что если мы не даем возможность в этом пространстве людям увидеть так же, то бесполезно их пытаться развивать там внутри этого процесса. Угу. Они будут развиваться, но они будут все равно развиваться до уровня более качественного винтика. И все. И никакого рая они себе создать не могут, потому что, ну что такое рай? Это внутреннее состояние гармонии и радости, когда человек в нем в принципе пребывает не потому, что у него хорошие технологии, а потому что он внутри так себя ощущает сам по себе. Ну, я начинаю понимать, то есть у вас трактовка рая, она библейская? То есть нет, вы... вообще я против всякой вот этой вот рай и ад, это просто здесь звучит слово, я поэтому... Ну а почему? Вы думаете, что если мы быдло поселим в Хилтон пятизвездочный, то он будет мучиться от этого? Смотрите, да, но... конечно, он продолжит страдать, находить он надоест себе этот Хилтон ему через ну, да месяц, не год. Не то, что надоест, они... у меня даже таких Хилтон. Примеров хватает. Которые оказываются. Ну а разве плохо, если мы поселим его в пятизвездочный Хилтон и заставим к Людмиле ходить на приемы? Абсолютно заставим, плохо, это будет плохо. Нарушение свободы воли тут человека. По запросу только духовная помощь. Но вы тогда происходит. Вообще разбавляете пожиже, как любил выражаться. Забыл, кто. Ну, только ну, тех, кто сам а что пришел. Тогда? Что тогда? У вас получается кисель винегретный. Вы тогда, получается, мы все хотим, но только тех, кто сами хотят, да. Кто развивается, не развивается, Хилтон нафиг не нужен, там страдают. То есть вы вообще устроили кисель винегретный. А где вообще тогда единый светлый путь для... Ну, единый светлый путь заложен в душе каждого человека так, и из нас. Но если каждого, то значит в каждого, Хилтоне мы их вылечим? Но... в разный период времени. А, и не вот у всех что. В течение этой жизни это будет происходить. Это то есть рай и ад. Вы рисуете как нет. бы две картины. Рай нет, и ад. Я не рисую вообще. Хорошие в рай, плохие в ад. Нет правильно? Никаких хороших и плохих. Ну, нет это дуальность. И мы от нее тоже... разделения на рай и ад. Ну, вы говорите, все равны, но мы равнее. Или я там... не говорю, что все равны. Я даже такого слова вот, не произнесла. Вот, не говорите, значит разделяемся. Я говорю о том, что у каждого здесь свой период развития. Свой, а свой это значит, что у меня свой, у вас свой. Конечно. То есть вы атомизируете сразу нет. ситуацию. Ну потому что мы здесь вы проявлены. Огурец режете частями. Мы здесь сразу. Проявлены как индивидуумы. Мы с вами сейчас в разных телах сидим. Почему индивидуумы? Ну, мы потому, не индивидуумы, что вы мужчина, мы единая душа, божественная. Душа единая, но мы здесь проявлены с вами в разных телах. Согласны ну, с тела, этим? Тела. Это что? Причина? Тела это скафандр. Разные, кому но какой тем достался, не менее, мы тот с вами и побежал. Сейчас не можем слиться телами и стать единым телом. Не можем? Или а можем? Зачем нам это делать? Вот вопрос. Ну, а зачем мы здесь в разных телах тогда? Да чтобы плодить скафандры дальше, чтобы скафандров было больше. Зачем? Потому что души в очереди там стоят на проявление. Но тем не менее, тела и скафандры, они же содержат часть души? Значит, не содержат, душа... они душу содержат как субстанцию, которая живет в скафандре. Без скафандра она живет на другой планете. Ну, она для чего-то эти скафандры здесь все-таки наполняют частично собой. В смысле для чего-то? Здесь... Чтобы мы преобразовывали окружение, правильно. И периметр, она и учили друг общая друга. Общая божественная душа,
распределяется по нашим аватарам, как вы говорите, скафандрам, и собирает этот опыт через каждый уникальный индивидуум, который здесь проявлен. Индивидуум здесь не имеет значения. Ну, может быть, это слово вам не нравится. Индивидуум придумали вот как раз политики. Они говорят, вы все граждане, был народ, стали граждане, были люди, стали женщины и мужчины. То есть это всегда делается как бы... Тем не менее, мы здесь проходим свой уникальный опыт, каждый сам. Мы не можем прожить. Да не сам мы проходим. Вы не можете его пройти сам. Сам, потому что самое страшное наказание для человека – это одиночная камера. Ну, а вы говорите, сам проходим. Писатель. Никто сам не проходит. А как? Вот все наоборот проходят в самую гущу, погружаются в события и проходят свой опыт. Для того, чтобы человек... Вы можете себя осознать, только стоя перед зеркалом, только отражаясь в других людях. Если вы нигде не отражаетесь, то вы никто. А осознает-то кто? В смысле? Ну, кто это будет, это, который осознает? Ну, вы и осознаете ну, вот значит, этот это опыт, ваш опыт в окружении других людей. Ну, вот, вы, значит, вы получаете свой опыт, отражаясь от всего внешнего вот, мира. Правильно, вот в конечном итоге вы и есть тот осознающий, и растущий, и развивающийся, и в итоге видящий все как есть. Ну, хорошо. И получающий свой опыт. Вот я об этом и говорю, что мы же не можем... Я не могу ваш опыт получить, а вы конечно, не можете мой. Конечно, мы конечно. С вами здесь и именно поэтому и мой опыт не хуже вашего и не лучше. Абсолютно. Я хочу за Андрея Евгеньевича уже именно заступаться. Так. Я не нападаю. У него опыт, ну, типа, у него опыт как раз вот объединения и, ну, и выстраивания вот этого мостика. Вот его душа воплотилась в этом скафандре. Да. И вот и у него вот такая в голове мысль. Да. Я... в силах сделать этот вот такой проект для человечества. Вот. Может быть, как-то... Я просто верю в то, что люди достойные, все достойные, и кривые, и косые, и глупые, и умные, они все достойны жить в хороших условиях. Нет, вы посмотрите на свою... Вот это искусственное разделение, вот это все лакшери, это для идиотов. Но уже... Ну, посмотрите на свою идею из этой концепции божественного проявления. Зачем мне брать какие-то концепции изначально убогие? Ну, потому что вы у вас руководящая история. Почему убогие? Это но потому что, ребята, потому что человек. Все достойны хороших условий жизни. Все достойны. Понимаете, нельзя так, чтобы одни дети ночевали в коллекторе, грелись на трубе, а другие в теплой... в мебельной квартире. Нельзя так. Вот помните там у Тарковского в фильме один спасает с риском для жизни другого человека из лужи, а тут говорит, зачем ты меня вытащил? Вот я тут это, живу. Вот такие, как Тарковский, это как раз горны атомизации. Это люди, которые навязывают идею шкура ближе к телу. Понимаешь? Это нет. Люди, которые атомизируют общество. Нет, это не так. Которые выращивают вот таких эгоистичных героев, которые каждый сам за себя. Я вот тут сижу, медитирую, а вы там на передовую отправляетесь. Понимаешь? Это вот атомизация идет сейчас общество. Единство, единение не рождается в том, чтобы все за шкирку лакшери. Кого-то тащить причем в лучшую тут лакшери? Жизнь. Ну, потому что лакшери – это типа, вот знаешь... Персонально для меня вот что-то там сделано, я вот лучше других, потому что тут машины ездят такие, знаешь, тюнингованные майбахи, да, и вот я еду, я вот король этого мира, вот я тут завладел какими-то ресурсами, да. Это тоже но же если он не просил дуальное его спасать, восприятие. Да. А если кислород богатый, поменяется же, состав на 1%, смотрите, вы, хорошо, давайте по-другому. Кислород вы меняется заносили? На 1% в атмосфере. Вы заносили и или и IQ падает до 25, и все, и все ходят дебилы, и не могут вы даже заносили? Шнурки себе завязать. Вы заносили а вы какие-то вещи объясняете. А вы заносили это или данность против? Того, что 95% населения... Вмешиваться такого. И помогать кому-то, это как, по-вашему, это насилие? Для меня, когда с экрана льется кровь там, в течение года, да, для меня это издевательство и испытание моей души. Я не могу это наблюдать и смотреть. И это 21 век. Я всегда думал, что этого достойны там африканские страны. Смотрите. Но я никогда не думал, что у нас здесь, в цивилизованном обществе, в почти Европе будет происходить вот это все. Зачем-то? Никто не может объяснить, зачем. Ну вот смотрите. Потому что в сознании каждого человека лежит вот это «я против, я должен с этим бороться». Это такая программа на выживание. Я не должен с этим бороться. Я вам объясняю, что я против того, чтобы мы атомизировали общество.
Но мы чтобы его мы с вами сейчас людей. Не атомизируем. Мы ставим все на свои места, никто их не разделяет. Но если какой-нибудь бомж живет на улице, и ему предлагают теплое жилье, еду и все остальное, а он хочется. Не идет туда. Это что? Я хочу бухать. Одно дело, если он не идет, а другое дело, если вам объясняют, что на это нет денег. Понимаешь, это разные подходы. Так есть деньги, да. Вот ночлежки пустуют, бомжи выбирают бухать. Там одно условие, приди трезвым, а он не может, и он не хочет, точнее. Нет, это иллюзия. Ну почему? Это реальность. Посмотрите в интернете, давайте съездим на ночлежку, пообщаемся. Ну, вот, видите, давайте на этом, наверное, завершим. Относится к обществу, что у общества есть все возможности через интернет объединиться, поддержать ученых, сделать рай на планете. Но раз не делают, значит, вот вам скотские загоны и скотское к вам отношение. Нет, ну подожди. Вот я, например, занимаюсь деятельностью, которая как раз-таки ведет к тому, о чем вы говорите. О том, чтобы люди осознавали себя, чтобы они в своем опыте продвигались, но я не могу заставить их идти быстрее. Они будут все равно идти так, как они могут, так, как им заложено, и будут получать только тот опыт, который их душа запросила. Мы говорим о разных вещах. Я говорю о людях, которые не собираются осознаваться и не осознаются, даже если вы будете их осознавать насильно. Совершенно верно. Мы об этих людях говорим. Да, и они не смогут и получить эту самую райскую жизнь. Основу нашего общества, да, если вы не заметили. Не только нашего, их 90%. 95% по моим наблюдениям. И если мы не научимся управлять поступками этих людей, хотя бы на 1%. Мы не хотим, чтобы они все деньги нам отдали, а мы хотим, чтобы они одну копейку нам отдали, да, чтобы они даже не осознали даже не свою опасность. Сформировали свой попечительский совет. Речь идет не о том, что я же не веду речь о том, что я баллотируюсь в президента, голосуйте за меня. Я говорю о том, что мы в состоянии поставить цели указаний, куда нам двигаться, выявить в обществе, кто достойный быть кандидатом или кто нас поведет. Достойны, кто будет казначить. Вы хотите просто стадо направить в другую сторону. Не направить. Независимо не от того, что она останется стадом. Мы такие же члены стада. А как? Мы такие же члены стада, и мы говорим, что отличает нас от стада общие целеполагания, согласование интересов. Так у них нет никаких целей и никаких интересов. У них все хорошо. Только потому, что у них все равно есть. Смотри, приведу пример. Приведу пример. Живые, Ну дослушайте, пожалуйста. Я вчера это очень четко, очень уловил. Идут выпускники, у них ленты. А я не знал, что выпускной вчера был. Я догоняю, говорю, что происходит? Нет, он в разных школах по-разному. Я говорю, выпускной, о чем мечтаете? О счастье. А что такое счастье? Ну, счастье это вот побольше денег. Ну, вообще, чтобы все здоровы были. Ну, в принципе, не в деньгах главное. Я говорю, а предназначение в чем? Вы задумывались? И ступор у человека. Ему 16, а в школе не учат, его 16 лет, он 10 лет его обучали. Так нет, получается, ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, ни с экранов телевизора. Без таких целей не стоял. Да подожди, ну ты не слышишь, о чем я вам говорю. У человека к 16 годам не прилетело в голову ни одного пазла из тысячи радиоточек, которыми является... Мама, папа, родители, участковые, школа, учителя, телевидение, радио. Он по предназначению вообще не понимает, о чем я его спрашиваю. Все так. Я об этом же и говорю. Атомизация общества подразумевает отсутствие смыслов, отсутствие стратегий, отсутствие вообще чего-либо. Да. То есть в идеале, знаешь, какой должен быть молодой человек? Или какие-то искусственные цели, к которым молодой надо бежать. Человек должен быть... с зелеными волосами, очень пьяным и просто не желающим ни работать, ни учиться. То есть он должен быть полностью раздавлен этим обществом вот к 16 своим годам. И развивает задача. Твою тему, Людмила, что ты тоже о том же самом говоришь, то я как маркетолог и практикующий менеджер говорю о том, что если ты делаешь то, что ты делаешь, доносишь до людей нечто, то усилить твои действия. Именно для этого я сюда и пришла. Усилить твои действия в масштабах страны. Вот ты помогаешь там сотням людям, тысячам людям, а у нас 140 миллионов человек. Да. Вот усилить это можно, включив в президентскую гонку. А вот это уже вопрос. Понятие, которое мы обсуждаем, и тогда десятки миллионов человек услышат о предназначении. Ну зачем перебивать? Ну что, Ярослав? Да.
давай. Ну ты что-то внятное можешь сказать, да, но что ты перебиваешь? Да потому что... Но у тебя было 10 лет говорить внятное. А я сейчас только проснулся. Ну, почему вы на личности переходите? Ярослав. Ну, потому что он перебивает. Да. Я осознанно тебя перебиваю. У нас знаю, тайминг, что ты ничего у нас не 5 сделаешь. Минут. Сейчас, давайте по минуте, по последней выборы, реплике. Да, давайте. Выборы. Это тоже инструмент матрицы. И ты пытаешься... те, кто выходит... Ну, сними штаны, не ходи в штанах, выйди из матрицы. Подожди, давай. Подожди. Ну, покажи пример-то. Подожди. Ну, сними сейчас штаны. Вот. Покажи, как ты выходишь из матрицы. Предлагаешь выборами чего-то добиваться и, ну, привлекать внимание. Но на выборы осознанные люди уже давно не ходят. Я тебе не говорю явка, ходить на выборы. Явку обеспечиваю. У тебя мозга даже не хватает. Кто? Услышь, я тебя не призываю сейчас идти на выборы. Но смотреть твои выборы будут. Ты не слышишь. Твою ты избирательную не слышишь. Программу осознанный народ читать не будет. Нет, зря ты так. Это прайм-тайм. Это твоя матрица. Вот это твоя матрица. Это возможность засветиться на весь мир. Не только на Россию, на весь мир. Конечно. Это вопрос в мировой политике. То есть, когда выходит кандидат, и все камеры мира спрашивают, а у нас какая у него. Ну скажите, вот вы мне оба, а он говорит, хоть одну предвыборную кампанию, хоть кого-нибудь. Подожди, вот кто сейчас, там сейчас что все молчат. Сейчас все молчат, я тебе скажу одну мысль очень важную. Как ты думаешь, кандидаты в президенты это боги, которые спустились из космоса? Мы все божественные. Нет, скажи мне, кто такие кандидаты в президенты? Откуда боги. Они берутся? Мы все боги. Нет, откуда они берутся? Мы все боги. Ну, видишь, мы съезжаешь с темы, нет. А на самом деле я вас... вопрос-то очень важный. Зрители не понимают, что кандидаты в президенты все... это обычные люди, да, мы... обычные граждане, угу. Которых окружает определенная группа, команда предвыборная людей. И все. То есть мы можем вот за этим столом родить кандидата. И ни одного. Идея и это, ни чтобы одного. Было много кандидатов. И завтра он в прайм-тайме будет освещать нашу программу. А ну, программа наша эфир. Ну хорошо. И, что? И все. Ничего. Это огромный миллиардный контент на весь мир. И огромный вопрос. Что в России... А кто вам денег даст? Государство финансирует предвыборные программы. Ты чего? Государство дает прайм-тайм тебе, пожалуйста, там несколько часов прямого эфира и сам так далее, дебаты. Свои деньги. Нет, ты вы что? Поинтересуйтесь. Да нет, ты что? Да. Это выделяется государством. Угу. А зачем оно ему? Ну все, ну мы как бы вот это нет, вот не уровень муравья, который пришел рассуждать о президентской кампании и аргументы уровня... Человек 15 лет профессионально этим занимается, ты чего? Все уже давно известно. Как, но все равно формула. На выборы ходят. Но всего нужно 500 паспортов. Не те люди, в которых нет, мы заинтересованы. А я вот, вот это хочу сказать. А в чем предмет спора-то? Давайте. Не предмет спора. Артем, зачем вообще это сейчас в таком... Артем, не имея уровня мышления, передергивает. На выборы никто не хорошо, ходит. Я и поэтому понимаю. Не надо этим заниматься. 90% наших муравьев, они все это смотрят, они в это все верят. Прежде чем призывать людей идти на... Сделают определенные выводы. И все. Нам только их выводы нужны. Нам ничего больше не нужно. Ну и какие они сделают выводы? Они сделают выводы, что вот с этим эфиром не победим. Что тема эфира, она имеет место вообще быть в этом мире. Понимаешь? Это как вот эта тема про альтернативную историю. Да, вот начинаешь, один ролик смотришь, думаешь, да ну дурачок какой-то, придумал там какие-то формулы. Потом 100-й ролик смотришь и понимаешь, да нет, он прав. Вот здесь прикопали, припрятали, вот здесь сожгли библиотеку, вот здесь что-то спрятали, вот здесь вообще три КамАЗа, говорит, на этом мне рассказывал, Манежную площадь строили. Говорит, откопали шурф, непонятно куда ведущий. Три груши туда, и все равно ну, ничего не произошло. Понимаешь, сволочи, что сделали? То вместо того, чтобы... Ну, разведать профессионально, да, какие-то спелеологов, еще что-то туда залезть, посмотреть с фонарь. Нет, взяли три груши бетона и туда просто хернули в эту дырку. Вот как поступают современные 21 век. Как же с вашей предвыборной кампанией поступят? Почему вы думаете, что будет по-другому? Ну ты сейчас показываешь уровень муравья. Как-то. Да у нас не будет никакой предвыборной кампании. Не пугай людей раньше специально. Времени. Мы здесь собрались и пригласили тебя не для того, чтобы ты изображал муравья, а развить, посмотреть твой интеллект. А ты, не имея возможности показать интеллект, прикидываешься ну, дурачком.
Ну, и говоришь, специально это делаешь. Ну, Ярослав, ну осознанные люди, которые не играют по матричным правилам, они не ходят на выборы. Осознанным людям. Ты опять не можешь держать нить разговора. Речь не о прийти на выборы, а сначала используя президентские выборы. Они читать-то это не будут. Засветить смотреть. Международную, мировую повестку дня. Если да, засвети ее где надо, а не на каких-то выборах. Это где это? А где на каких-то научных кругах. Ну, вот он на Ютубе. В кино засвети, для широких масс. Не, ну если такие режиссеры бездари, как ты, с кем работать? Какие с кем бездари? Работать? Да ты даже ничего не смотришь, то, что я тебе присылаю. Ты посмотри сначала, потом поговорим. Да уже по дискуссии, твоей дискуссии ясно, что можно даже не смотреть. Ну не смотри. В общем, друзья, зрители определили. Подытоживаем ситуацию. Значит, вот дискуссионный клуб. Да? Да. Темы могут быть самыми разными. А у нас нет плохих тем, у нас нет плохих спикеров. Каждый спикер профи, эксперт, многолетний опыт у Артема, у Ярослава, у Людмилы, у меня. То есть, и здесь еще в списке десятки гостей. Поэтому что мы делаем? Мы сегодня стоп снято. Просто да. У меня там люди уже. Да, хорошо. Вопят. Вот. И, соответственно, заказывайте темы, пишите комментарии свои, подытоживайте. Может быть, делайте нам какие-то замечания, корректируйте нас, что мы делали правильно, что неправильно. Вот, мы развиваемся вместе с вами. То есть мы хотим вместе с вами достичь определенного уровня общения. Да, вот на самом деле, все, что мы делаем, это общаемся. Да, и если человек задумается вообще в своей жизни, да, то единственное, что он умеет, это общаться. Да? Ну, просто кто-то общается голосом, кто-то руками, кто-то ногами. Вот доставщик ногами общается, боксер руками. Вот. А вот мы и голосом. Да? Вот. Ну, вот гуру, они сердцем, интеллектом общаются, да, или как духом. Вот. Спасибо вам огромное, что пришли. Извините, что мы так немножко, может быть, поспорили друг с другом, не без этого, но истина рождается в споре. Да? Все отлично, хорошо. Ну, все, говорим до свидания, стоп снято? Да. Людмила? Как скажете. Да. Но Андрей сказал, что у него тайминг. Если у тебя есть желание зрителям оставить послание? Зрителям послание... Хочется, чтобы все-таки даже в рамках вот таких диспутов мы не продуцировали программы, из-за которых нам так сложно потом людям что-то показать. И истина в споре не рождается. Она там остается где-то непознанной все время, а спор остается сам по себе, потому что она где-то вообще снаружи. Ну, по крайней мере, я так вижу. Мне кажется, что не спор, а какой-то поиск компромисса, может быть, наших видений поможет нам все-таки прийти к этому единому мнению. И тоже историю про выборы, например, использовать не как повод для какого-то личностного там айкидо или тенниса, а для того, чтобы посмотреть, что это тоже инструмент. И почему бы его не использовать, если есть туда возможность зайти? Просто вопрос мотивации. Да, и чтобы они были чистые, а не испортились по дороге. И понимать, что президентские выборы, как бы мы туда не пытались попасть, все равно будут частью матрицы и будут ей контролироваться. Конечно, как и вся мы наша не жизнь. Мы питаем иллюзии на этот счет. Да. Любой путь хорош сейчас, как я считаю, любой абсолютно, любую возможность показать массам людей что-то отличное от того, в чем они живут, не перестроит мгновенно, но, по крайней мере, направит уже сигнал в их внутреннюю систему. Там уже начнутся какие-то изменения. Собственно, да, желаю всем качественных изменений осознания. Вот эта запись очень наглядно показала кардинально различные подходы мужского и женского. И нас пытаются сталкивать, говорят, мужчина лучше или там женщина хуже, как по-другому. Нет, это как правая и левая рука. Разные, у каждой свое предназначение. Но то, что мы должны действовать сообща,
это однозначно. И вот космический эксперимент, сумеем ли мы слышать друг друга, принимать ценности друг друга и удовлетворять ценности друг друга, и вершить вот эту космическую природную гармонию, где денег нету, а все изобильно. И вот у нас есть возможность это дело повторить и в жизни. Этот мир существует, я его видела, и даже могу его описать, да и описываю его уже. Мы не так далеко от него находимся. Оптимистично. Но об этом поговорим в следующей передаче. Да. Спасибо. Собственно, это. И вам спасибо.